Еще не всех поймали. Идите туда. Назад. Иди. Полиция. Сестра Фу. Сестра Фу, откройте дверь. Неужели полицейская? Сестра Джен, а что с церковью Айгуан? Из нашей церкви схватили трех диаконов и несколько известных братьев и сестер. Ой, у нас в Дышении арестовали более двадцати братьев и сестер, и на месте собрания облава. В нашей церкви Шенчен то же самое. Мне удалось сбежать. До сих пор не знаю, сколько человек схватили. Эти полицейские как бандиты. И законы. Им явно не писаны. Да, бандиты. Да, брат Янь вовремя нас предупредил, и кое-кто из церкви Синьмин успел укрыться. Слава, Слава, Слава богу. богу. Но с некоторыми братьями и сестрами не успели связаться, их арестовали. Несколько мест собраний подверглись облаве. Полицейские в домах все перевернули. Они забрали с собой все ценности. Ох, да, они просто грабители. Да. Компартия Китая жестоко преследует христиан. За эти годы мы такого натерпелись. Да. да. Наши сердца да. разбиты. Верно. 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 Как да. и есть. Кто там? Кто Что? Это? это я. А, это брат Ли. Братли. вы все-таки добрались. Что Благодарение случилось? Господу. Садитесь. Где старейшина? Старейшину, старейшину арестовали. 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 Арестовали? Арестовали? Расскажите, как это произошло? Полицейские с военными вошли в деревню ночью, вооруженные до зубов, и прямо в дом старейшины Ивана. Настоящая облава. Людей хватали как скот. Мерзавцы. И всегда были такими. Да. Я хотел предупредить братьев и сестер, но опоздал. Едва ноги унес. Только сегодня утром я узнал, что арестовано более 30 человек из нашей церкви. Такой же рейд, как в прошлый раз. Военные и полицейские вместе. Да. Компартия Китая всегда хватает людей по ночам. От них невозможно спастись. Да, да. Никакой да. да. защиты? Хватают христиан ночью. Боятся вызвать беспорядки, недовольство. Коммунисты коварные. Да, негодяи. А -а -а. С тех пор, как Си Цзиньпинь пришел к власти, аресты участились. Он сам дьявол. Ой, да, все верно. Да, дьявол. есть. Точно. Его цель – уничтожить под корень домашние церкви. Это порно. Так и есть Аресты и преследования христиан в домашних церквах ужесточаются год от года. Компартия всегда будет противиться Богу, кто бы ее не возглавил. Верно. Они все они один... бесы Они словно поклялись, что искоренят церковь. Не стоит нам собираться. Почему? А можно так? Нет. Нас давно знают как верующих. Кого схватят, замучают до смерти. Я каждый день просыпаюсь в страхе. Вера стоит страданий. Но почему чувствую себя как вор? Да. Когда уже все это закончится? Нам Лучше бы пока спрятаться где-нибудь и не собираться. Это по воле Господа. Нет, конечно. Господь Иисус сказал: "Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби". Это мудрость, а не предательство. <свят> Коммунисты так просто не прекратят аресты и преследование христиан. Будет все хуже и хуже. Точно. Нужна мудрость, чтобы верить в Бога в Китае. Да. Я тоже считаю, что спрятаться сейчас богу угодное дело. Верно. Я боюсь, что всем арестованным дадут большие сроки, если как иуды не подпишут письмо раскаяния. Тюрьма Ад. Никто не поручится, что все они выйдут оттуда живыми. Да. Это ужасно. Братья и сестры, все наши бедствия по воле Божьей, верующие часто обречены на страдания, посылая нам аресты и бесчеловечную травлю, Бог испытывает людей, чтобы укрепить нашу веру. Да. И зная это, мы все должны быть осторожными и мудрыми, угу. но не бояться. Господь велик. Наши жизни в его надежных руках. Да, совершенно, совершенно верно, верно, Хоть мы и живем под властью сатаны, но сатана не осмелится отнять у нас жизнь без Божьего позволения. Да. да, верно. Если мы с вами все попрячемся, убоявшись тюрьмы и арестов, и перестанем вершить работу для Господа, то как же мы будем свидетельствовать о нем? Верно? Это будет означать, что в испытаниях нас отсеяли. Точно. Боязливые и недостойны Царства Божьего. А а аминь. Чем сильнее компартия нас преследует, тем больше в нас должно быть веры в Господа и верности Его, а а а чтобы поддержать братьев и сестер. А а и тогда наша вера будет истинной. Да? Да. да. И нас примут в Царствие Небесное, когда Господь сойдет на облаках. А а а аминь аминь. Слава Богу. Слава Богу. Да, конечно. И когда это случится... Все бедствия наши закончатся. Да. Истинность. Да. Благодарение Бога. Как сказал Господь Иисус, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Аминь. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Аминь. 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 Когда же наступит да. этот день? Аминь. Дождемся. Все Верно. исполнится. Да. 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 В таких тяжелых условиях неизбежно испытывать определенный страх и слабость духа. Самое важное сейчас – подумать, как поддержать наших братьев и сестер. Да, это неофициальное дело. Верно. Читать Библию и больше молиться, чтобы все поняли Господне желание. Да, верно. Так мы выстоим и станем славить Бога из горнила испытаний. Аминь. А а а да, Псулья. конечно. Мы должны делать все возможное для поддержки да. наших братьев и сестер. Правильно. Это также проверка для всех нас. Сестра Хэ, как после последних арестов себя чувствуют наши братья и сестры? Ой, многие до сих пор в ужасе. Видя чужие мучения, даже я даже когда братья и сестры подавлены и слабы, нам, служителям церкви, сперва надо укрепить себя и прислушаться к воле Божьей. Да. Только так мы по-настоящему поддержим братьев и сестер. Да. Сестра Фу, под страхом таких репрессий со стороны Компартии мы все пали бы духом, если бы не молились Господу. Мы до сих пор Никак не можем прийти в себя. Сестра Хэ, вы очень верно сказали. Мне удалось пережить все аресты и гонения благодаря молитвам Господу. Благодарение Господу. Мне было трудно хранить твердость. Помогло Слово Божье и обед, данный Господу. Да. Мы выжили, потому что на него полагались. Сестра Фу, Хочу с вами обсудить один тонкий вопрос. Да, я слушаю вас. Мы все ждали, что придет Господь и вознесет нас в Царствие Небесное. Но Господь все не является. Когда же придет конец нашим мукам? Мы постоянно твердим, что Господь уже у двери, а его все нет. Наша вера слишком слаба. Уже 2016 год. Пророчества о пришествии исполнились. Четыре кровавые луны. Даже неверующие осознали, что великое бедствие неизбежно. Господь должен был вернуться. Почему мы до сих пор не славим его приход? Да. Мое сердце неспокойно. Если мы... Будем и дальше слепо глядеть в небеса и ждать, когда Господь сойдет с облаков, дождемся ли мы встречи с Ним? Да. Погромы со стороны Компартии все ожесточеннее. Даже родные стены нас не защищают. Никто не знает, когда его отправят за решетку. Да коли, когда закончатся наши муки, Мы ждем, когда Господь заберет нас на небеса и прекратит страдания. Бедствие уже подступает, а Бог все не приходит. Да что же это такое? Да. Разве мы не ждем прихода Господа? А его все нет. Кто это объяснит? Растолкует смысл. Мы все видим, что бедствие все тяжелее и тяжелее четыре кровавые луны взошли. Да. Исполняя библейское пророчество из книги Иоаиля. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. И покажу знамение на небе и на земле. Кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. Аминь. Я долго думал об этом пророчестве. Четыре кровавые луны подтверждают верность слов «Луна в кровь». А потом еще сказано. Прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. Великий и страшный день может означать величайшее бедствие. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. Эти слова означают, что Господь всем нам не спошлет еще до бедствия. Да, должно быть так. Вот как я для себя понял это пророчество. Видимо, перед приходом великого бедствия Божий Дух изольет слова на своих рабов и рабынь. Ага. И совершит новый этап работы в последние дни. Это новое понимание. Слава Господу. Слава. Значит, слова Духа Божьего и слова Святого Духа к церквам из книги Откровения связаны между собой. Mm -hmm. Многие толкователи Библии подтверждают, что Бог соберет победителей перед великим бедствием. Mm -hmm. Вот что я тут осознал. Слова Духа Божьего о том, что Господь создаст группу победителей. Угу. В Божьих глазах победители – это все Божьи рабы и рабыни. Благодарение Богу. Теперь да. понятно. Чем больше я рассуждал, тем острее понимал, что тут великая тайна. Если это так, мы должны сейчас искать Слово Божьего Духа и смотреть, где появляются слова Святого Духа к церквам. Да, верно. Вот. Мне вспомнилось… Пророчество Господа и Иисуса о том, что мудрые девы вошли на брачный пир, когда услышали голос жениха. Uh -huh. Нам надо скорее отыскать работу Святого Духа и найти, где следы Божьей работы. Это главная задача. Брат Фан, да. то, что вы поведали, это просвещение Святого Духа. Благодарение да. Господу. Вы говорите, что слова Божьего Духа относятся к словам, сказанным церквам святым духом. Восточная молния объявил о возвращении Господа, то есть всемогущего бога, который выразил много истин и начал работу суда с дома Божьего, а сейчас создает группу победителей. По-моему это о том, как Божий дух бережет и орошает божьих рабов и рабынь. А это значит, что перед нами открылся путь. Надо разобраться, является ли восточная молния Божьей работой. Это все прояснит. Да, сейчас же приступим. Брат Фан, на вас не зашло озарение свыше. Хвала Господу. Мы этого не замечали, читая раньше Библию. Да, благодарение Господу. Правда ли, что восточная молния ⁇ это работа Божья? Я вот как считаю. Она свидетельствует, что Господь Иисус вернулся, провозгласил истины и исполнил свою работу суда последних дней, так? Господь Иисус пророчествовал, что Он грядет на облаках в последние дни. Но еще нет указаний на сошествие Господа, чтобы забрать верующих в Царствие Небесное. Как же нам узнать, что Господь Иисус вернулся? Кроме того, пасторы и религиозные лидеры часто говорят, что все Господни слова и труд в Библии. Вне Библии нет ни Божьих слов, ни Божьей работы. Поэтому вера в Господа – это вера в Библию. Отдалимся от нее, предадим Господа. И мы при любом искусе будем придерживаться Святого Писания – и попадем в Царство Небесное, когда Господь придет. Сестра Фу, по поводу встречи Господа. Мы смиренно слушаем речи пасторов и старейшин, ждем, когда Господь сойдет, а если появляются свидетельства, что Он уже здесь, то мы бездумно их осуждаем. Это не соответствует Божьей воле. Мне интересно, сколько же божьих овец и лидеров разных конфессий приняло восточную молнию. Большинство из них понимает Библию. Это все вдумчивые, проницательные люди. Да. И принять восточную молнию они могли только после долгих поисков и исследований. Да. Они не приняли бы ее слепо. Поэтому и нам следует искать и исследовать восточную молнию. Если это Божье явление и работа, то мы встретим Господа. Да. Даже если восточная молния не является возвращением Бога, мы обретем мудрость. Разве я не прав? Да. Это лучше, чем сидеть в ловушке, не зная, куда пойти. Давайте изучим восточную молнию. Да. Узнаем, вернулся ли наш Господь. Так мы хотя бы обретем уверенность. Верно. Сестра Фу, разве не так? Мы должны в это вникнуть. Да. Сестра, Фу, мы все с нетерпением ждем, но Господь все не является. Что же это? Почему? Благодарение Господу. Благодарение Господу. Братья и сестры, настал заключительный этап последних дней. Да. Пророчества о приходе да. Господа исполняются. Аминь. Аминь. И, может быть, в 2000 году Господь сойдет на облаках, чтобы взять нас в Царство Небесное. Аминь! мы будем ждать 2000 года. Неужели мы ошибаемся, ожидая тебя таким образом? Почему мы до сих пор тебя не встретили? Господи, восточные молнии свидетельствуют, что ты вернулся. Правда это или нет? Господи, уверенность меня покинула. Пожалуйста, просвети меня, молю. Сестра Фу, вы все верно сказали. Исполнится Господне пророчество. Но недавно я перечел все пророчества в Библии о пришествии Божьем. В пророчествах Господа о Его возвращении говорится не только «грядет с облаками и узрит его всякое око», но также, что Он придет как тать. Верно. В Евангелии от Матфея, глава 24, стихи 43-44 сказано, «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Да, да это, так. это так. «Поэтому и вы будьте готовы». Ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Угу. А также в Откровении 3 глава. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как-тать. Тут ясно говорится, Бог придет как-тать. Он должен прийти тихо, так, чтобы никто не понял. Да. Поэтому, когда речь идет о пришествии Господа, нам пристало не фантазировать, а вдумчиво исследовать и искать дальше. Только так мы получим возможность приветствовать Господа. Искать и исследовать дальше. Да, брат Фан. В Библии много где сказано, что Господь возвратится как вор. Но все толкуют это в том смысле, что никто не знает, когда же явится Господь. Верно как сказал Господь Иисус, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Тут, кажется, речь идет о том, что Господь на облаках сойдет, чтобы забрать святых, когда никто не ждет. Верно. Когда вы это сказали, я вспомнила, что недавно, когда я скрывалась в доме у родни, то встречала верующих из Восточной Молнии. Да. Узнала о господних пророчествах. Например, в Откровении, глава 16, стих 15. Помните? «Все иду, как тать». А также в Евангелии от Матфея, глава 25, стих 6. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. И в Откровении, глава 3, стих 20. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Согласно их толкованию, Господь должен вернуться, словно вор, когда скажут, что жених идет в полночь. Речь о том, что в неизвестный никому час Бог станет плотью, как Сын Человеческий, и тихо сойдет, чтобы совершать свой труд. Поскорее бы. Не все увидят это и не все узнают об этом. Только знающие голос Божий признают его Господом и примут его. Так и есть. Только тот, кто прислушивается голосу Господа, услышав о его возвращении, сможет предстать перед престолом и пировать с Богом. Да, они верно все поняли. Господь Иисус о том же говорил в Писании. Не все смогут увидеть возвращение Господа. Лишь способные узнать Его голос, выйдут Ему навстречу. Если Господь вернется на облаках, как мы думаем, неужто не все это увидят? Верно. Верно. Видимо, это большая тайна, как вернется Господь. Угу. Сестра Сюй, получается, что речь у людей из Восточной Молнии Согласуются с Господними пророчествами. Угу. В пророчество Господа Иисуса есть строки, что надо слушать голос Господень. Правильно. И мы должны его услышать, чтобы не пропустить Его приход. Угу. Это разумно. Очень разумно. Мы помнили только, что Господь спустился с облаков, забыв другие пророчества о Его возвращении. Верно. И чуть не совершили ошибку. Да. Небо и земля придут, но ни одна черта из слов Господних Верно. не придет. Верно. Это Господни пророчество, а значит, все они непременно исполнятся. Да. да, все сказанное Богом сбудется. А вот уж как сбудутся Его пророчества – это тайна. Великая тайна, которую мы… Да. да …постичь не в состоянии. А Воистину так. А значит, нам не стоит своевольничать. Да. Все эти годы восточные молнии свидетельствуют, что Господь вернулся, да. чтобы вершить Божий суд в последние дни. Да. Но мы не пытались вдуматься и понять смысл. Верно. Верно. Вместо этого мы вслед за пасторами огульно осуждали Восточную Молнию. Еще Ирина, как. Именно так. оказалось, что мы все жестоко заблуждались. Mm -hmm. Мы должны изучить Восточную Молнию, mm -hmm. чтобы понять истинность их суждений. Да. 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 Надо тщательно изучить. Все mm -hmm. верно. Сестра Сюй, попросите людей из Церкви Всемогущего Бога открыть нам свою позицию. Mm -hmm. Хорошо. Тщательно, тщательно. И тогда мы все Всем здравствуйте. Проходим. Пожалуйста, здравствуйте. проходите сюда и заходите. Здравствуйте. 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 Позвольте здравствуйте. всех представить. Из Церкви Всемогущего Бога брат Ли, брат Чень и сестра Джан. Mm -hmm. Стороичный Фу из нашей церкви. Благодарение Благодарение Добро пожаловать в нашу церковь! Добро пожаловать. Прошу вас. Благодарение Господу. Мы вас позвали, чтобы понять работу Всемогущего Бога в последние дни. Благодарение, Благодарение Богу! Мы слыхали, что церковь Всемогущего Бога засвидетельствовала приход Иисуса Христа. Он Всемогущий Бог. Угу, да. Он выражает истины и вершит суд последних дней. Да. Большинство убеждено, что Господь вернется, сойдя на облаках. Ведь Господь Иисус ясно сказал: тогда явится знамение Сына человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына человеческого грядущего на облаках небесных силою и славою великой. Аминь. Аминь. И пророчество в книге Откровения грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Аминь. Я тоже верю, что Господь сойдет на облаках, чтобы взять нас в Царство Небесное. Мы не представляли себе Господа Иисуса без облаков, поэтому никогда не задумывались о восточной молнии. Да. да. Вы говорите, Господь вернется во плоти, и тайно сойдет на землю. Но никто этого не знает. А то, что Господь открыто сойдет на облаках, это истина. Аминь. Вот мы и ждем, когда Господь сойдет на облаках и открыто явится, чтобы взять нас в Царство Небесное. Аминь. 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 Так и есть. Главный вопрос правильно это или нет. Пожалуйста, объясните. Да, да. хорошо. хорошо. Хотим это знать. Разве тут можно ошибиться? Благодарение Господу, братья и сестры. Мы в этом не ошибаемся. Да. да верно. Господь верен. Я верю, Он грядет на облаках, чтобы взять нас в Царство Небесное. Аминь. А Но еще есть пророчество. Что Бог придет как вор, и в полночь раздастся крик. Жених идет. Мы не можем ни изучить, ни проверить это. А -минь. А -минь. Верно. Но и Христы явятся в последние дни. Мы боимся, что не сможем их узнать. Поэтому я верю, только в Господа Иисуса на облаках. Аминь. А Тут не ошибешься. Аминь. Аминь. Господь на облаках заберет нас в царство свое. Другого я не приму. Да, мы другого не примем. Вот что я думаю. Брат Зя прав. Полностью согласен. Аминь. А -а -а. Да. 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 Я Верно. Братья и сестры, рассуждая о Господе, грядущем на облаках, не стоит полагаться на человечьей фантазии. Точно. Фарисеи допустили ошибку, ожидая пришествия Мессии. Верно. Они поддались своим фантазиям. Кем же был Господь Иисус? В итоге они пригвоздили Господа Иисуса к кресту. Разве не так? Да. Ждать Его пришествия не так легко, как нам всем кажется. Если Господь вернется и вновь начнет свою работу среди людей, как Господь Иисус во плоти, и мы его не узнаем. Осудим ли мы Господа как фарисеи, вынесем ли Ему приговор и распнем ли его еще раз? Что скажете, может такое случиться? М -м -м, наверное, может что? От этим вопросом мы никогда получили. не задумывались. это правда. Господь Иисус много чего сказал о том, что вернется. Но вы услышали только пророчество про облака. И не ищите другие, более важные пророчества Господа. Из-за этого так легко сбиться с пути. На самом деле, в Библии говорится не только о том, что Он грядет на облаках. Есть много пророчеств, что Господь придет как вор. Явится тайна. Да. Вспомните. Откровение глава 16 стих 15. Откровение 16. Все. Иду как тать. Матфей, глава 25 стих 6. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. И откровение глава 3 стих 20. Все. Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. И буду вечерить с ним, и он со мною. В этих пророчествах Бог воплотился как Сын Человеческий. И приходит тайна. Тайна являлся к людям. Как вор означает, что он придет тихо, в тайне. Правильно. Люди его не узнают. Даже если увидят, или услышит, как и во время первого пришествия Господа. Господь Иисус внешне был простым сыном человеческим. Никто и не думал, что Он Бог. Господь Иисус сказал как вор, по аналогии с работой сына человеческого. И это очень наглядно. Люди, которые не любят истину, сколько бы истин не объявил воплощенный Бог, что бы ни сделал, не примут его. Они относятся к Богу во плоти, как к обычному человеку. Осудят и заклеймят. Господь Иисус дал пророчество о своем возвращении. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержен родом сим. Аминь. 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 Его возвращение станет пришествием Сына Человеческого. Сын Человеческий означает, что вернется сам Господь во плоти, а не Его духовное тело на облаках, чтобы открыто явиться всем. Почему это так? Давайте поразмыслим. Если духовное тело воскресшего Господа Иисуса сойдет на облаках, это повергнет весь мир в шок. Все падут ниц, и никто не осмелится да. ему противиться. Логично. Разве тогда возвратившийся Господь Иисус принял бы за нас муки? Что? Да. Про что это он? Это могло быть? Да. Это, это интересно. Быть? Вот почему. Его возвращение станет пришествием Сына Человеческого, и он вернется как вор. Речь здесь идет о тайном пришествии Бога, воплотившегося как Сын Человеческий. Да, слова Господа Иисуса ясны. Вернувшись, Господь должен перенести много мук и быть отверженным родом сим. Разве речь не о Боге воплоти? Да. Мы раньше все что читали. Да. Какие? Почему Мы не заметили суть? Их беседа очень познавательная. Mm -hmm. Давай внимательно послушаем. Да, послушаем. Как связаны сын человеческий, сходящий тайно, и Бог, который является открыто на облаках. Давайте рассмотрим все это на простых примерах. Хорошо, хорошо. хорошо. Благодарение, Благодарение Богу. В последние дни Бог воплоти тайно сошел к людям, чтобы произносить слова совершая работу суда, начав с Дома Божия, очищая тех, кто слышит Его голос и возвращается пред Его престол. Из них Он составляет группу победителей. Потом Бог вернется на Сион и пошлет бедствие, чтобы очистить и облегчить всех тех, кто не принимает Божий суд последних дней. И затем Он сойдет на облаках, чтобы открыто явиться всем людям – исполнится пророчество из Откровения, глава 1, стих 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Аминь. Все спрашивают, когда Господь сойдет с небес? Как пронзившие его все же смогут его увидеть? И кто же они? Люди, что пронзили его. Ха. Нужно ли объяснять? Разве это не те, что распяли Господа Иисуса? Да. да. Многие говорят, это те, что распяли Господа Иисуса на кресте. А что же на самом деле? Разве распявшие Господа Иисуса не были давным-давно прокляты и уничтожены Богом? Это верно. Да, да, да это, это совершенно правильно. правильно. Верно. На самом деле. Его пронзили люди, которые не ищут Божьего голоса и противятся всемогущему Богу, в то время как Бог воплоти тайно сошел в последние дни, Верно. чтобы совершать труд. В тот момент они увидят, что всемогущий Бог, которому они противились, – это Спаситель Иисус, Которого они так мучительно ждали. Они будут бить себя в грудь, скрежетать зубами, рыдать, и в конце их ждет только наказание. Истинно так. Книга Откровения не говорит, выживут они или все умрут. Нам не дано знать, только Бог это знает. Да, да, верно, да так и есть. верно, так и есть. Пока всем должно быть все ясно. Только мудрые девы, слышащие голос Господа, смогут Его приветствовать, предстать перед Божьим престолом, участвовать в брачной вечере Агнца, стать победителями, получив совершенство от Бога, это исполняет пророчество из откровения, глава 14 стих 4. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем. Куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Аминь. 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 Богу. Те, что ждут, будто Бог грядет на облаках, но не исследуют Божью работу последних дней, считаются неразумными. Вот как. Те, что яростно осуждают Всемогущего Бога, фарисеи и антихристы, разоблаченные благодаря Божьей работе в последние дни, это те, кто повторно распял Бога. <говорит> Всех их постигнут великие несчастья и кара Божья. я полагаю все поняли какую ошибку совершает тот кто не принимает господа который спускается к людям не на облаках и какая судьба ждет отступника благодарение господу они верно сказали Господь, надо слушать голос господа чтобы его узнать да совершенно верно угу. мы этим пренебрегали да совершенно верно мы были неразумны Благодарение Горе нам, если не обратимся к работе всемогущего Бога в последние дни. Да. Невозможно себе представить последствия бедствия. Да. да. Кто выживет, а кто погибнет. Да. Содержательная получилась беседа. Надо бы во всем разобраться. Если не послушаем Божий голос, нас всех постигнет бедствие. Да. Будем внимательно слушать. По вашим словам, в последние дни Господь станет плотью, придет тайна, создаст группу победителей, и потом всенародно сойдет на облаках. Это не лишено смысла. Но вот уже две тысячи лет верующие ждут, что Господь придет на облаках. Аминь. Пасторы и старейшины тоже учат тому же. Возможно ли, что все заблуждаются, следуя пророчествам из Библии? Точно. Точно, какая может да тут быть тут ошибка? Ошибки. Пасторы и их старейшины это служители Господа. Да. И все ждут Бога на облаках. Я не верю, что, вернувшись, Господь оставит пасторов и старейшин. Нет, быть не этого, не этого не может. Нет. Да. Мы должны Иначе слушать я пасторов я... и старейшин. Аминь. Их вера сильнее нашей, и Библию они знают. Верно. Мы да. должны их слушаться. Аминь. 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 Мы должны. Повиноваться пасторам и старейшинам, если их слова основаны на Библии. Это вероятно. Уважение к ним – это уважение к Господу. Аминь. Будем следовать заветам пасторов и ждать, что Господь сойдет на облаках. Господь милостив. Он не оставит нас и тем более не накажет. Аминь. Аминь. Да. Он ни за что нас не оставит. Правильно. Оставил. Правильная мысль. Все верно. Почему вы так говорите? Можете подробнее пояснить? Как это согласуется со словами Господа Иисуса? Божьи слова лежат в основе? А может быть только человеческие фантазии и представления? Тогда это противно Богу. Давайте-ка все вспомним, как фарисеи ждали прихода Мессии, и почему они пригвоздили Господа Иисуса ко кресту. Поначалу иудейские фарисеи лелеяли фантазии относительно Мессии. Помнили библейские пророчества «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Ты, Вифлием Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле – и которого происхождение изначало одни вечных. Аминь. Опираясь на библейские пророчества и древние фантазии и умозаключения по поводу прихода Мессии, фарисеи решили, что Господа назовут Мессией, и что он родится в богатой семье. Далее, он будет подобен Давиду и станет царем Израиля, возглавив восстание против власти Рима. Большинство иудеев, вероятно, рассуждали так. Да. 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 Но Бог исполнил пророчество не так, как ждали фарисеи в своих фантазиях. И фарисеи Господа Иисуса начали обвинять, осуждать и хулить Его. Хотя в то время Господь выразил многие истины и совершил много чудес, полностью показав Божью власть и силу. Фарисеи не оценили, насколько глубоки его слова и как велика власть Господа Иисуса. Ведь они представляли его себе иначе. Он не родился в богатой семье, внешне не был представительным, его имя было не Мессия, поэтому они противились ему. Да, да. истинно так истина да. Правильно. Они возненавидели правду и пригвоздили к кресту Господа Иисуса, который выражал истины и совершал искупительный труд. А это истина да. Братья и сестры, разве фарисеи не отвратительны? Просто. Отвратительны. Безусловно, они ужасны. Я всегда прокляты, буду. пусть будут. Они, они проклятие прокляты. Фарисеи противились Господу Иисусу. Их грехи показали их сатанинскую природу, полную ненависти к истине. Значит, в душах у них не было искреннего ожидания того, что Мессия спасет их от грехов. Чего же они ждали? Чтобы царь иудейский помог им освободиться от римского владычества, избавил от рабской участи. Они верили и ожидали пришествия Мессии только за тем, чтобы удовлетворить личные желания и обеспечить свое положение. Давайте подумаем. Какую же ошибку совершили фарисеи, ожидая прихода Мессии? Почему они были прокляты и наказаны Богом? Вот вам пища для размышлений. Да. Об этом стоит, стоит поразмыслить. Да. Почему фарисеи противились Господу Иисусу и осуждали Его, когда Он явился для исполнения Своей работы? Какая природа фарисеев проявилась здесь? Это должны понять люди, которые ждут Божьего появления. Об этом истинно стоит глубоко задуматься. Оставив вопросы без ответа, когда наступит миг встречать Господа Иисуса – люди окажутся, как и фарисеи, на дороге противления Богу. Разве это не правда? Да. да. Полностью согласен. Мы как не мы можем идти той же дорогой, что и фарисеи. Фарисеи, разве не ждали прихода Мессии? Почему они распяли Господа Иисуса? И откуда появились эти вопросы? Давайте Посмотрим, что скажет всемогущий Бог. Хорошо, хорошо. Будет интересно послушать. Да, давайте послушаем. Всемогущий Бог говорит: Хотите узнать, в чем был корень противостояния фарисеев Христу? Хотите узнать сущность фарисеев? Они были полны фантазий по поводу Мессии. Более того, они верили только в то, что Мессия придет, но при этом не искали истины жизни. Поэтому они и сегодня по-прежнему ждут Мессию, ибо у них нет знания о пути жизни. Они не знают, каков путь истины. Как же? Скажите мне, могли такие глупые, упрямые и невежественные люди обрести Божье благословение? Как они могли узреть Мессию? Они противостояли Христу, потому что не знали направления работы Святого Духа, потому что не знали пути истины, о котором говорил Иисус. И более того, потому что не поняли Мессию. И поскольку они никогда не видели Мессию и никогда не находились в обществе Мессии, они совершили ошибку, воздавая пустую честь имени Мессии, при этом всеми способами выступая против сущности Мессии. Эти фарисеи были по сути своей упрямыми, надменными и непослушными истине. Их принцип веры в Бога заключался в следующем. Неважно, насколько глубока твоя проповедь, неважно, насколько высока твоя власть, ты не Христос, пока тебя не назовут Мессией. Разве это не смешные и нелепые взгляды? Аминь. Благодарение Господа. Нам стало понятно, противление фарисеев Господу Иисусу в ожидании обещанного Мессии после слов Всемогущего Бога. Mm -hmm. Если люди будут полагаться на свои фантазии или ждать, когда Господь сойдет на облаках, вместо того, чтобы слушать Его, разве они не пойдут той же дорогой, противление Богу, что и фарисеи. Так какая же судьба им предопределена? Как и фарисеи, прокляты будут и наказаны. Вы правы. Надеюсь, это понятно. Вы нам поведали истину. Эти иудейские фарисеи полагались на фантазии, ожидая Мессию. Они осуждали Господа Иисуса и были прокляты Богом. Так и мы полагаемся на наши фантазии о том, как вернется Господь. Ждем, что в последние дни Он сойдет на облаках и возьмет нас прямо в Царство Небесное. А если Господь Иисус не грядет на облаках, Он не настоящий. Мы слепо осуждаем восточную молнию вслед за пасторами. Разве мы не впадаем в грех? Противление осуждение Господа, как фарисеи. Интересно, а, это интересно. Говорю, да. Стой, Об этом да. даже страшно подумать. Сестра Вэй, они весьма разумно растолковали Библию, но я верю, что Господь грядет на облаках. Аминь. Он придет и заберет нас в Царство Небесное. Аминь. Аминь. Господь сказал, что ожидающие его не постыдятся. Да. да, я согласен с мнением брата Дзя. Аминь. Аминь, он прав. Брат Дзя. Раньше у нас было такое же понимание. Мы верили, что Господь сойдет на облаках, чтобы взять нас прямо в Царство Небесное. Но, как оказалось, мы могли ошибаться. Да. да. Они поделились с нами знаниями, основанными на Господних пророчествах. Господь сначала тайно вернется в последние дни, воплоти Сына человеческого, совершит работу суда, начиная с дома Божия, и создаст группу победителей перед бедствием, а потом принародно явится на облаках. Это полностью согласуется с Библией и словами Господа. Кто-то тут говорил о приходе жениха. Разобрались мы с этим? Чем мы были заняты все это время? Следовали за проповедниками, осуждая восточную молнию. Разве это правильно? Разве угодно Господу? Даже если мы не уверены, что Всемогущий Бог ⁇ это вернувшийся Господь Иисус, мы должны искать и исследовать. Правильно. Да, да это я искать и исследовать. Я согласна. И слушать слова всемогущего Бога, чтобы понять, голос это Божий или нет. Да. да. В противном случае мы не получим от тайны пришедшего Господа совершенства, не войдем в группу победителей, и нас постигнет бедствие. Вот где настоящее горе. Нет, нет, нет. Да. 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 да, именно так. Да. Все муки, принятые нами за нашу веру, будут напрасны. Да. И мы окажемся неразумными девами. Может быть, братья и сестры из Церкви Всемогущего Бога еще что-то нам расскажут. Да. Братья, пожалуйста, побеседуйте с нами еще. Мы ждем. Спасибо. Братья и сестры, Евангелие Царства Всемогущего Бога проповедуется в материковом Китае вот уже 20 лет. Оно известно многим конфессиям. Верно. Правительство и Компартия Китая устраивают на нас облавы. Коммунистические СМИ объявили нам войну. Но поэтому о всемогущем Боге знает уже в каждом доме. Это верно. Чудесно. Все истины выраженные всемогущим Богом, видеоклипы и фильмы, снятые церковью всемогущего Бога, стали доступны в интернете и распространились по миру. Все верно. Ну надо же, вот уж не ожидала. Все люди в религиозных кругах слышали о разных методах свидетельствования церкви всемогущего Бога. Да, мы все о них слышали. Конечно. Столько людей убедилось, что Бог пришел, сбывается пророчество Господа Иисуса. Но в полночь раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда почему пасторы и старейшины осуждают всемогущего Бога и сопротивляются его работе в последние дни? Есть столько разных пророчеств в Библии о возвращении Господа. Почему же они так ухватились за пророчество о Господе, грядущем на облаках? Почему они никак не исследуют свидетельства о приходе Господа. Да. Почему, зная, что всемогущий Бог выразил много истин и, увидев реальность Божьей работы, они упрямо держатся за свои фантазии, противясь и осуждая Божью работу последних дней? Да, это так. Так ли искренне? Они любят истину и ждут пришествия Господа. Кто они? Мудрые или неразумные девы? если они мудрые девы и искренне ждут возвращения Господа? Почему, услышав Божий голос и увидев, как процветает Евангелие Царства, они упорствуют в своем противлении? Так они проявляют свою искренность в ожидании и надежде на явление Господа. Так они выражают свою радость по поводу Его возвращения. В конце концов, очевидно, что их вера в Господа и ожидание его возвращения фальшивы, а желание войти в царство небесное реально. Они верят в Господа не для того, чтобы прийти к истине и обрести жизнь, Не для того, чтобы избавиться от своих грехов. Чего же они добиваются? Того, чтобы Господь взял их прямиком в Царствие Небесное, избавил от плотских мук и одарил наслаждением Царства Небесного. Вот истинная цель их веры в Бога. Да, это истинно, Господь. Принялся. Мы все идем к этому. Есть ли у них иные причины, чтобы отвергать всемогущего Бога, выражающего истины ради спасения человечества? Подумайте сами. Если кто-то любит истину и искренне жаждет Божьего явления, как он поступит, услышав, что Господь пришел? Не будет слушать, не смотреть, не вступать в общение? Нет, нет. Будет слепо отвергать, осуждать и противиться? Конечно, не будет. Нет. Правильно. Конечно, нет. Если человек мечтает приветствовать пришествие Бога? Он ждет, когда явится истинный свет, и в сердце воцарятся истинная праведность. Он ждет, когда Бог придет спасти нас, и помочь людям избавиться от греха и приблизиться к Богу. Вопрос ко всем. Это не так? Это Богу, конечно. Благодарение. Те, что ждут Господа грядущего на облаках, но отрицают и отвергают всемогущего Бога. Те религиозные лидеры, которые осуждают его, и противиться ему ради защиты своего положения и доходов, на самом деле презирают и ненавидят истину. Они все антихристы, разоблаченные Божьей работой последних дней. После того, как Бог во плоти закончит свой труд спасения, всех их постигнет бедствие, которое бывает раз в миллион лет, плач и скрежет зубовный. И тогда пророчество о Господе, грядущем на облаках, полностью сбудется. Се грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его и возрыдают пред Ним все племена земные. Аминь. 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 Мы Мы этого, если бы не услышали сегодняшнюю беседу. Их беседа очень проницательна. Очень понравилось. Давай. Братья и сестры, давайте вспомним слова всемогущего Бога. Хорошо. Хорошо. Интересно послушать. Согласен. Интересно. Я да. даже никогда не этих собраниях. Всемогущий Бог говорит, люди, которые не принимают истину и в то же время слепо ожидают сошествия Иисуса на белых облаках, непременно будут богохульствовать против Святого Духа и они станут расой, подлежащей уничтожению. Вы просто желаете благодати Иисуса. Просто хотите наслаждаться блаженным Царством Небесным. Но в то же время никогда не проявляете послушание словам Иисуса. И никогда не принимаете истину, высказанную Иисусом, вернувшимся во плоти. Что вы сможете предоставить в обмен на факт возвращения Иисуса на белом облаке? Может быть искренность, с которой вы раз за разом совершаете грехи, а затем исповедуете их снова и снова? Что вы предложите в жертву Иисусу, вернувшемуся на белом облаке? Может быть годы работы? которые вы превозносили самих себя. Что вы продемонстрируете, чтобы вернувшийся Иисус мог доверять вам? Может быть, свою надменную природу, непослушную ни одной истине, говорю вам, те, кто верит в Бога только благодаря знамениям, это без всякого сомнения разряд людей, подлежащий уничтожению. Те, кто не способен принять слова Иисуса, вернувшегося во плоти, несомненно, исчадье ада. Потомки Архангела, разряд, подлежащий вечному уничтожению. Многим людям все равно, что я говорю. Но я все равно хочу сказать каждому так называемому святому, который следует за Иисусом, что когда вы увидите Иисуса, сходящего с небес на белом облаке собственными глазами, это будет публичное явление Солнца праведности. Возможно, для тебя это будет временем великой радости. Но ты должен знать, что то время, когда ты увидишь Иисуса сходящего с небес, станет тем временем, когда ты сойдешь в Ад, чтобы понести наказание. Этим будет ознаменовано окончание Божьего плана управления, и это будет тогда, когда Бог вознаградит праведников и накажет грешников. Ибо суд Божий окончится прежде, чем человек увидит знамение, в то время, когда будет лишь выражение истины. Те, кто примут истину и не станут искать знамений, и таким образом пройдут через очищение, предстанут перед престолом Божьим и войдут в объятия Творца. Только те, кто настаивает на вере в то, что Иисус, не сошедший на белом облаке, — это лже-Христос, будут подвергнуты вечному наказанию. Ибо они верят в Иисуса — дающего знамения, но не признают Иисуса, провозглашающего беспощадный суд и открывающего истинный путь жизни. Поэтому Иисус будет разбираться с ними только тогда, когда открыто явится на белом облаке. Они слишком упрямы, слишком самоуверенны, слишком надменны. Как могут настолько падшие люди получить от Иисуса какое-либо вознаграждение? Я думаю, что всю жизнь верю в Господа, но что касается Его прихода, я никогда не искала Господней воли на деле. Жила в своих представлениях и фантазиях, неразумно ждала, что Господь грядет на облаках и возьмет меня в Царство Небесное, вкушать небесные дары. Множество людей свидетельствовало мне о работе всемогущего Бога. Я отказывалась слышать голос Господа и упрямо отвергала его возвращение. Я осознала, что очень самоуверенно – чем же я лучше тех фарисеев, что противились Господу Иисусу? Верное замечание. Много лет люди из Церкви Всемогущего Бога утверждали, что Господь вернулся. Почему же мы в это не вникали? Да. Сейчас я понимаю, что мы были слишком самонадеянные. Вот такие глупцы. Так и есть. Я осознала. Все хотят приветствовать Господне пришествие и попасть в Царство Небесное. Но мало кто желает слушать голоса Господа. Искать следы Господне явления и труда. Да. Отсюда наши ошибки в вопросах веры и наше непослушание. Так и есть. Если бы братья и сестры из церкви всемогущего Бога открыто не поговорили с нами, кто смог бы узнать голос Господа и осознать, что Иисус среди нас? Благодарение Господу. Нам очень нужно продолжить общение с ними на сегодняшней встрече, еще бы. Послушаем их. Угу. Братли? Да. Все эти дни мы слушали слова Всемогущего Бога и радовались. Мы верим, что все Его слова это истина. Да -да. Благодарение Богу. Благодарение. Однако Богу. есть вопросы, которые нам не совсем ясны. Побеседуйте с нами еще? Конечно. Скажите, что вам непонятно. Хорошо. Я слышала... Вы свидетельствовали, что воплощенный всемогущий Бог произнес миллионы слов, совершил работу суда, начиная с Дома Божьего. Верно. Но с Библией это не очень согласуется. Да. Угу. Дело в том, что пасторы и лидеры часто нам говорили, что все Божье слово в Библии. Вне Библии нет ни Божьего Слова, ни работы. Аминь. Аминь. Работа Господа по спасению уже выполнена. Он вернется в последние дни, чтобы взять верных к себе. Аминь. Аминь. Мы всегда знали, что вера в Господа основана только на Библии. Раз мы держимся Библии, то сможем войти в Царство Небесное и получить вечную жизнь. Да, Это интересно. Но оказывается, наша точка зрения, видимо, ошибочна. Как? В чем ошибочно? Да, я не понимаю. Мы никак не можем в этом разобраться. Поэтому, пожалуйста, побеседуйте с нами. Конечно. А, можно пару слов? Братья и сестры, наша точка зрения не ошибочна. Это верно. Аминь. Все Божьи слова записаны в Библии. Правильно. Бог не стал бы говорить или совершать труд вне Библии. Аминь. Наша вера в Господа всегда основывалась на библейских текстах. Аминь. Отойти от Библии значит оставить Господа. Это противление Ему и предательство. Все религиозные деятели с этим согласны. Но тогда в чем наша ошибка? Правильно. Надо искать в Библии спасение. Аминь. Аминь. Вот почему… От Библии нельзя отходить. Братья и сестры, если мы держимся Библии, попадем в Царство Небесное, когда придет Господь. Аминь. Аминь! Мы должны быть в этом уверены. Да. Верно. Хотелось бы послушать, что вы еще скажете. Все верующие искренне думают, что все Божьи слова и труд в Библии, что спасение в Библии в полном объеме что нет ни слов, ни труда Божьего вне Библии, и что верить в Бога – дословно придерживаться Библии. Если не оставим Библию, то Господь возьмет нас в Царство Небесное. Разве... Я полностью согласна. Эта точка зрения может совпадать с фантазиями людей. Но основана ли она на словах самого Господа Иисуса? Вы уверены, что она правдива? Господь Иисус не утверждал, что Божье Слово в Библии во всей полноте, и что нет слов и труда Бога вне Библии. Это правда. Все знатоки Библии признают, что ее составили люди через много лет после Божьих трудов. Сперва Божья работа, а потом была Библия. Верно. Правильно. Иными словами, каждый раз, когда Бог завершал этап своей работы, видевшие ее, записывали Божье Слово и труд того времени. И из этих записей люди составили Библию. Итак, стоит подумать, как может еще несовершенная Божья работа быть заранее записана в Библии? Божья работа суда последних дней не могла оказаться в Святом Писании. Новый и Ветхие Заветы две тысячи лет составляют Библию, а Бог только начал Свою работу суда последних дней. Следовательно, Слово и работа Бога в последние дни никак не могли попасть в Библию тысячи лет назад. Да. Разве да. это не так? истина так. Истинно. Какие правильные слова. Всемогущий Бог в последние дни совершает работу суда, начиная с Дома Божьего, и произносит несколько миллионов слов. Все они истины, очищающие и спасающие человечество. Путь к вечной жизни, дарованный Христом последних дней. Mm -hmm. Эти слова ⁇ суть Библии периода Царства. Эта книга ⁇ Слово является воплоти. Mm -hmm. Хотя истины выраженные... Всемогущим Богом не были записаны в Библии заранее. Они исполнили пророчество Господа Иисуса. Откройте Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 12 и 13. И Откровение, глава 2. Кто прочтет? Давайте я. Мы слушаем Тебя. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Аминь. Аминь. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Аминь. Слова всемогущего Бога полностью подтвердили, что Всемогущий Бог есть воплощение Духа истины. Он воплощенный Бог. Да, да. Держи. Именно так. Согласна. Все слова, сказанные всемогущим Богом, все изречения Духа истины в последние дни являются словами Святого Духа к церквам. Аминь. Смеем ли мы говорить, что это не слова Божьи? Смеем ли отрицать это? Если мы видим реальность Божьих слов и работы в последние дни… Станем ли утверждать, что все Божьи слова записаны в Библии и что вне Библии нет Божьего труда и слова? Правильно. Люди не знают, как создавалась Библия, что ее писали уже после того, как Бог завершал очередной этап своего труда. Однако они произвольно судят и определяют, что Божьего слова и труда вне Библии нет. Согласитесь, разве это не произвол, не абсурд? Да, да. Конечно. Да, Библию составили уже после того, как Бог завершил свою работу. Как могла Божья работа последних дней отразиться в Библии заранее? Мы давно уверовали в Господа, но так и не смогли разобраться. Мы глупы и невежественны. Именно, именно. Да. Братья и сестры, если мы не знаем, как составили Библию, то легко придать веру и пойти неверной дорогой. Да. Во время двух этапов Божьей работы, в период Закона и в период благодати, не все слова Господа были скрупулезно записаны. В период Закона слова некоторых пророков не нашли отражения в Библии. Согласитесь, множество братьев и сестер знают об этом. Да. Да. В период благодати Господь Иисус сказал еще больше слов. Но в Библии записано совсем немного. Господь Иисус три с половиной года проповедовал на земле. Сколько слов он произнес? Сколько слов в каждой проповеди? Да. Много проповедей и много слов сказал Господь Иисус за те три с половиной года. Даже сосчитать невозможно. Да, да. Конечно. Конечно. Вспомним апостола Иоанна. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то думаю и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. А да. а Есть четыре новозаветных Евангелия. В них ограниченное число слов Господа Иисуса. Это только верхушка айсберга. Да, да. 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 Если бы Господь Иисус за три года сказал так мало слов, смог бы Он завоевать людей, которые следовали за Ним в то время? Да. Смогла бы работа Господа Иисуса потрясти всю Иудею? Да. Следовательно, нет сомнения, что слова Бога в Библии записаны не полностью. Там не все сказанное Богом во время Его работы. И никто не может отрицать эту данность. Правильно. Ну, конечно. Все знают, Бог есть Господь-Творец. Источник жизни людей – неиссякаемый источник живой воды. Аминь. Божье изобилие открыто для насыщения и неистощимо. Аминь. А Библия – лишь запись о двух этапах Божьей работы. Объем записанных Божьих слов ограничен. Это лишь малая капля в море Божьей жизни. Аминь. Мы ограничим Божье Слово и работу только лишь Библией. Бог сказал лишь те немногие слова, что есть в Библии. Это ограничение Бога, унижение и богохульство. Да. 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 да вот это... видите. Поэтому слова. ограничивать все, Божье Слово и работу Библии и думать, что вне Библии нет ни слов, ни работы Божьей, это огромная ошибка. Это реально Конечно. несомненно. Давайте прочтем отрывки из слов Всемогущего Бога, чтобы эта истина стала понятней. Да. Да. Хорошо. Мы да. вас благодарим, Господа. Да. Что же там да, Всемогущий Бог говорит. Все, что записано в Библии, ограничено и не способно представлять весь Божий труд. В четырех Евангелиях немного меньше ста глав, в которых описано ограниченное количество событий. Например, как Иисус проклял неплодную смоковницу, как Петр трижды отрекся от Господа, явление Иисуса ученикам после своего распятия и воскресения, учение о посте, о молитве, о разводе, рождении и родословии Иисуса – избрание Иисусом учеников и так далее. Записано немного, однако человек ценит это как сокровище и сверяет сегодняшний труд с тем, что записано в Библии. Люди даже верят, что записанное было всем, что Иисус совершил после своего рождения. Это выглядит, как будто они верят, что Бог мог совершить только этот труд и ничего другого больше не будет. Разве это не смешно? В конце концов, что больше? Бог или Библия? Почему божья работа должна соответствовать Библии? Можно ли утверждать, что Бог не имеет права быть выше Библии? Разве не может Бог отходить от Библии и совершать иную работу? Почему Иисус со своими учениками не соблюдал субботу? Если бы ему следовало соблюдать субботу и предписание в заповедях Ветхого Завета, почему тогда Иисус после своего явления не соблюдал субботу, но вместо этого омывал ноги, покрывал голову, преломлял хлеб и пил вино? Разве все это есть в заповедях Ветхого Завета? Если Иисус почитал Ветхий Завет, почему тогда он порвал с этими догматами? Тебе следует знать, что было сначала, Бог или Библия. Будучи господином субботы, разве мог он не быть также господином Библии? Факт, который я объясню здесь заключается в следующем. То, кто Бог есть, и чем он обладает, вовеки неисчерпаемо и беспредельно. Бог – источник жизни и всего сущего. Никакое сотворенное существо не в состоянии постичь Бога. В заключении я должен напомнить каждому о следующем. Не налагайте вновь ограничений на Бога книгами – словами или его высказываниями в прошлом. У Божьего труда есть только одна характеристика – новый. Ему не нравится идти протаренными дорогами или повторно выполнять свою работу. Более того, он не желает, чтобы люди поклонялись ему путем заключения его в определенные границы. Таков – Божий характер. Аминь. А а а а а а а да. вот, слова всемогущего Бога великая истина. Да. Я чувствую внутреннее просвещение. Да, благодарение Господу. Бог источник человеческой жизни, неиссякаемый родник живой воды. Божьи слова неисчерпаемы. Аминь. Точно. Да. Как да. можно ограничивать Божьи слова только теми, что написаны в Библии? Верно. Мы были глупы и слепы, Бога не знали. Мы веруем в Господа, но истин не понимаем. Ограничиваем Божьи слова и труд Библии. Как будто записанные в Библии, это и есть все Божье Слово и труд. Это принижение Бога и богохульство. Слово, да, это так. Кто не знает Бога, не стремится к истине, не имеет богобоязненного сердца, тому не составит труда ограничить Бога и противиться ему. Я правильно говорю? Правильно. Я знала. Все верно. Да. Братья и сестры, они все верно сказали о Божьих словах и работе вне Библии. Но все мы, верующие, знаем, что Библия – вдохновение Бога. Аминь. Все слова, записанные в Библии, это Божье Слово. Да. Библия олицетворяет Господа. Верно, верно. Да. Вера в Библию это вера в Бога. А вера в Бога это вера в Библию. Отход от Библии. Не верив в Бога. Верно. Правильно. Правильно. Вера в Господа требует держаться Библии. Даже не приняв Божьи работы в последние дни, мы будем спасены. Аминь. А Наше понимание не может быть ошибочным. Правильно. Да. 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 Брат, дзя прав. Павел ясно объяснил во втором послании к Тимофею, что вся Библия – Богодухновенна. Это значит, что каждое слово в Библии – это слово Бога. Аминь. И а что Библия представляет Бога. Да. да. Все, что от нас требуется, – это держаться Библии, а не принимать Божью работу последних дней. Точно. Господь Иисус возьмет нас в Царство Небесное. Он не сказал нам, что мы должны принять Его работу последних дней. Аминь. Пока мы твердо придерживаемся Библии, мы будем взяты в Царство Небесное, когда придет Господь. Аминь. Вы смеете отрицать очевидное? Брат Зя и брат Зян, вы настаиваете, что вера в Господа – это вера в Библию, а отход от Библии – есть неверие в Бога. Позвольте спросить, когда Господь Иисус проповедовал, те, что пошли за Ним, отошли от своей Библии, чтобы принять работу Господа Иисуса, вы уверяете, что они не веровали в Господа? Нет, нет, правда, нет. Неправильно все. Фарисеи осуждали Господа Иисуса потому, что упрямо держались Библии и были за это прокляты Богом. В чем же суть? Держаться Библии – это то же, что повиноваться Господу. Держаться Библии – это то же самое, что благоговеть перед Господом. Бог более велик или Библия? Разве вы не понимаете, верили фарисеи в Бога или противились Богу? Противились. И вы пойдете путем фарисеев и воспротивитесь Господу? Разве вы не знаете, каков конец гонителей Бога? Того наказания, что получили фарисеи, мало, чтобы нас пробудить. Верно. Нам не следует идти дорогой фарисеев. Многие верующие полагаются на слова Павла, что все Писание богодухновенно, решив, что все в Библии есть Слово Божье. И надо держаться за Библию, чтобы попасть в Царство Небесное. Даже в последние дни большинство верующих так полагает. Но согласуется ли такое мнение с фактами? Господь Иисус когда-то говорил, все описание богодухновенно. Дух Святой так свидетельствовал? Нет. Нет, нет. Нет, верно. Это сказал апостол Павел. А верующие взяли это за основу своей веры в то, что каждое слово в Библии вдохновлено Богом и есть Слово Божье. Вы не находите, что это ошибка? Да. 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 Некоторые верят, что все в Библии – это слова Божьи, даже сказанные людьми. Разве это не заблуждение, не абсурд? Все верующие должны понять, Библия – это лишь свидетельство о Боге и Божьей работе. Запись о Божьей работе по спасению человечества. Каждый этап Божьей работы Наполнен борьбой между Богом и силами сатаны. Да. И не только Божье слово записано в Библии. Там слова разных людей. И даже слова сатаны. Да, да. Это очевидный факт. Правильно. Кроме Божьих слов, в Библии слова апостолов. Да. А еще фарисеев, и даже сатаны. Mm -hmm. И это чистая правда. Да. да. Так что же, разумно ли будет утверждать, что каждое слово в Библии. Это слово Господа. Э, нет, неразумно. Это попытка скрыть истину, смешать черное с белым. Да. Да, 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 да. Почему до сих пор живы эти ошибочные взгляды? Почему люди не опираются на четкие факты? Любой читавший Библию знает, что в ней есть разговоры между Богом и Моисеем, между Богом и Иовом. Между Богом и его избранниками. И даже между Богом и сатаной. Да. Так как же могли слова человека, беседующего с Богом, стать словами Бога? Никак, Никак не могли. Нет. Нет, не могли. Разве это не абсурдно? Да. Утверждение, что все Писание Бога духновенно и есть Слово Божье, порочно и неразумно. Некоторые глупцы настаивали, что человеческое слово в Библии – это Божье слово. Но они не в ладах с истиной. Это бросает тень на Бога, хулит Бога и оскорбляет Божий характер. Да. Божьи слова – это слова Бога. Да. Человечьи – слова человека. Правильно. А слова сатаны – это слова сатаны. Все верно. Почему люди их смешивают? Божье Слово останется истиной. Аминь. Человеческое Слово не может быть истиной. Оно может лишь согласоваться с истиной. Аминь. Слова же сатаны всегда будут ложью и обманом. Даже если их произнести десять тысяч раз, они останутся обманом. Аминь. 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 Разумные люди признают эту данность. Да. 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 Только глупцы настаивают на своем ошибочном мнении. Верно. Это прояснится после прочтения отрывка из слов Всемогущего Бога. Хорошо. Да. Благодарение, Благодарение Господу. Господу. Конечно. Да, вы слышали? Всемогущий Бог говорит. Сегодня люди верят, что Библия это Бог, а Бог это Библия. Также они считают, что все слова в Библии были единственными словами, которые говорил Бог, и что все они были произнесены Богом. Те, кто верит в Бога, даже думают, что хотя все из 66 книг Ветхого и Нового Заветов были написаны людьми, они все были даны вдохновением Бога и записью слов, изреченных Святым Духом. Это является ошибочным человеческим толкованием и не вполне согласуется с фактами. На самом деле, Помимо книг пророчества, большая часть Ветхого Завета является историческим документом. Некоторые из посланий Нового Завета были написаны, основываясь на человеческом опыте, а некоторые стали результатом просвещения Святым Духом. Послания Павла, например, возникли вследствие человеческой работы. Все они стали результатом просвещения Святого Духа. И были написаны для церквей. Это были слова увещевания и ободрения для братьев и сестер всех церквей. Это не были слова, изреченные Святым Духом. Павел не мог говорить от имени Святого Духа. И также он не был пророком. И он не видал видений. Его послания были написаны для церквей в Офесе, Филадельфии, Галатии и для других церквей. И таким образом, послания Павла в Новом Завете являются посланиями, которые Павел написал для церквей, а не вдохновениями от Святого Духа. Также они не являются непосредственно словами Святого Духа. Если люди рассматривают послания либо слова, например, Павла, как слово Святого Духа, и поклоняются им как Богу, тогда можно лишь сказать, что они слишком неразборчивы. Говоря более резко, разве это не богохульство? Как мог человек говорить от имени Бога? И как люди могли склоняться перед записями его посланий и перед сказанными им словами, как если бы они были священной книгой, либо небесной книгой? Мог ли человек случайно изрекать Божьи слова? Как мог человек говорить от имени Бога? Человек. Человек. Благодарение Господу. Итак, не вся Библия Богодухновенна. Да. В Библии есть и Божьи слова, и человеческие. Если мы хотим отличить, какие слова от Бога, а какие от человека, надо посмотреть, кто их говорит. Да. 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 Если Бог, значит, это Божьи слова. Если человек, значит, человеческие. Да. Еще есть слова, сообщенные Богом через пророков. А если слова сказаны сатаной, то они лживы. Да, вот да, это да, правильно. И различать просто и практично. Это замечательно. Молодец, сестра, правильно. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение да. Богу. Да, сестра, все правильно. Значит, нужно вспомнить, какие слова в Библии сказаны Богом, а какие человеком, и кто был автором посланий. И это очень точно указано в Библии. Да, да. верно. Тогда почему мы противоречим истине и считаем все слова Библии Словом Бога? Всех нас ввели в заблуждение слова Павла, что все Святое Писание Бога духновенно. Точно, точно. Тех, кто не понимает истины, так легко обмануть. Да, да, да. Легко сбиться с пути, слепо доверяя человеку. Мы не должны слепо почитать слова Павла в будущем. Да. Надо быть внимательнее. верно правильно. Как? Не слишком ли сурово вы различили слова Бога и человека в Библии? К чему это все? Верить в Господа, это значит да. верить в Библию. Правильно. Пасторы часто так говорят. Точно. Что еще за ошибки? Вы заблуждаетесь? Верно. Необходима осознанная вера. Да. Да. Они очень ясно все рассказали. Многие верующие думают, что Библия представляет Господа. Что вера в Библию есть вера в Бога. А вера в Бога это вера в Библию. И тут нет никакой явной ошибки. Но вот для опытных людей такая точка зрения сама по себе не верна. Люди Люди верят в Бога, но не знают Бога. И поэтому им не ясны отношения между Библией и Богом. Если кто-то до сих пор настаивает, что Библия представляет Бога, и вера в нее ⁇ есть вера в Бога? Ответьте. Кто спасает людей? Библия или Господь? Господь, Господь. Господь. Книга. Может заменить Бога? Никогда. Нет. Библия может заменить работу Святого Духа? Нет, конечно, вот. нет. нет, нет. Бог сотворил небо, землю, а Святое Писание может сотворить землю? Нет. Бог или Библия? Что больше? Что было раньше, Бог или Библия? Кто-нибудь задавался этим вопросом? По Иисус, правде сказать, мы об этом раньше думала, никогда этом. не думали, правда же? Если кто-то не понимает этих вещей, очевидных для всех верующих, то как же он способен принять Божий труд? Хоть раз в жизни он прочувствовал работу Святого Духа? Понимает ли он Божью мудрость и всемогущество? Есть только один истинный Бог, Господь Творения. Аминь. Бог Словом сотворил небо и землю, и все, что в них, и царит надо всем. Аминь. 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 Бог есть Дух, но может стать плотью, как Сын человеческий, чтобы говорить и вершить труд средь людей, чтобы искупить и спасти их. Аминь. Бог реален и жив. Аминь. Аминь. Всемогущий, Тот, Кто есть, Кто был и грядет. Аминь. А Библия ⁇ лишь запись о двух этапах Божьей работы в период закона и в период благодати. Это исторический труд. Так стоит ли Библию сравнивать с Богом? Да. Поэтому Библия никак не может представлять и подменять Бога. Вера в Библию ⁇ это не вера в Бога. И твердая приверженность Библии ⁇ не следование за Богом. Книга – это книга, а Бог – это Бог. Аминь. Это разные вещи. Библия и Господь. Аминь. Это факт, и никто не может его опровергнуть. Верно. Да. Это верно, да. Сегодняшняя беседа нас вразумила. Библия есть Библия, а Бог есть Бог. Это разные вещи. Да. Послушав вашу беседу, я осознала, что книга не может представлять Бога. Верно. Но… В чем же заключается связь Библии с Богом? Я пока не поняла. Расскажите нам еще что-нибудь. Да, 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 пожалуйста. Побеседуйте, побеседуйте пожалуйста. с нами. Мы ждем. Благодарение Богу Господь Иисус все очень понятно объяснил. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 39.40. Сестра, прочтите вслух. Да. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Аминь. Аминь. Господь Иисус объяснил отношение между Библией и Богом. Да. Библия свидетельство о Боге. Она сама не вечна и не может подарить жизнь. Только Христос истина, путь и сама жизнь. Аминь. А значит. Только приняв Христа и следуя за Ним, повинуясь Его словам последних дней, можно получить истину и вечную жизнь. Благодарение, Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. А сейчас давайте еще раз посмотрим, почему многие в религиозных кругах верят, что, что надо верить в Библию, а уход от Библии – это неверие в Бога. Они думают, что поскольку они живут по Библии, их возьмут в Царство Небесное. Разве это не абсурдные и пустые надежды? Mm -hmm. да. да, это полный это абсурд. По а да, абсурд да. Да. Библия ⁇ это всего лишь исторический труд. Запись о Божьей работе. Люди не понимают, держатся за нее. Вопрос, может ли Библия заменить Божью работу последних дней? Нет. нет, нет. Может Библия заменить Христа, выражающего истину? Не нет. может. Нет, не может. А можно обрести истинную жизнь, только изучая и придерживаясь Библии? Не может, нельзя. Нет. Люди упрямо держатся за нее, как фарисеи. А это доказывает, что они следуют за Богом. Если люди держатся только за Библию, не принимая работу Христа в последние дни? Как они могут обрести истину, достичь спасения, совершенства и войти в Царство Божье? Да. Вот это да. очень правильные да. слова. Да. Почитаем еще несколько отрывков из слов всемогущего Бога и поймем истину. Да. Хорошо. 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 Да. Всемогущий Бог говорит с появлением Библии вера людей в Господа стала верой в Библию. Вместо выражения «люди верят в Господа», точнее сказать, что они верят в Библию. Вместо «начали читать Библию», точнее сказать, что они начали верить в Библию. А вместо «обратились к Господу», точнее было бы сказать, что они обратились к Библии. Таким образом, люди поклоняются Библии, как если бы она была Богом, как будто это живительная кровь. И потерять ее означало бы то же самое, что потерять свою жизнь. Люди ставят Библию столь же высоко, что и Бога. А есть и такие, кто возвеличивает ее даже больше Бога. Без работы Святого Духа, Будучи неспособными ощущать Бога, люди продолжать жить могут. Но стоит им утратить Библию или известные библейские главы и изречения, то они будто жизни лишились. Они верят в мое существование только в пределах содержания Библии. Для них я такой же, как Библия – без Библии нет меня, а без меня нет Библии. Они не обращают внимания на мое существование и деяние, но зато уделяют чрезмерное особое внимание всем до единого словам Писания. А многие из них даже считают, что я не должен делать ничего, что я желаю, если только это не предсказано Писанием они придают писанию слишком большое значение. Можно сказать, что они считают слова и выражения настолько важными, что используют библейские стихи для оценки каждого моего слова и для того, чтобы вынести мне приговор. То, к чему они стремятся, это не путь к совместимости со мной и не путь совместимости с истиной. Они стремятся к пути совместимости со словами Библии. Они также считают, что абсолютно все без исключения, что не соответствует Библии, не является моей работой. Разве такие люди не являются прилежными потомками фарисеев? Еврейские фарисеи использовали закон Моисея для того, чтобы осудить Иисуса. Они не стремились к совместимости с Иисусом того времени, а усердно и буквально соблюдали закон. До такой степени усердно, что в конечном итоге распяли невинного Иисуса на кресте, обвинив его в том, что он не соблюдает. Закон Ветхого Завета и в том, что Он не Мессия. Так и есть. Я согласна. Так и есть. В чем была их сущность? Не в том ли, что они не стремились к пути совместимости с истиной? Они были одержимы каждым словом Писания, при этом не обращая внимания на мою волю, на этапы и методы моей работы. Эти люди не искали истины, они жестко следовали словам Писания. Эти люди верили не в Бога, а в Библию. По сути, это были сторожевые псы Библии. Чтобы оградить интересы и защитить достоинство Библии, чтобы защитить репутацию Библии, они зашли так далеко, что прибили милостивого Иисуса к кресту. Они сделали это только ради того, чтобы защитить Библию и чтобы поддержать статус всех без исключения библейских слов в сердцах людей. И они предпочли отказаться от своего будущего и искупительной жертвы, чтобы приговорить Иисуса, который не соответствовал библейской догме, к смерти. Разве эти люди не оказались рабами всех до единого слов Писания? А как насчет людей сегодня? Христос пришел, чтобы открыть истину, но они предпочли бы изгнать его из своего общества, лишь бы получить благодать и доступ на небеса. Они предпочли бы полностью отказаться от прихода истины, только бы обезопасить интересы Библии. Они предпочли бы снова распять на кресте Христа, вернувшегося в плоть, чтобы обеспечить вечное существование Библии. Как человек может получить мое спасение, если его сердце столь злое, а его природа столь враждебна мне? Аминь. Трудно не согласиться. Я согласна. Эти слова разоблачили религиозных лидеров, которые попросту превозносят Библию, но никогда не превозносят Господа. И показали, как они подменяют Бога Библией, выдают ее за Бога, и как используют Библию, чтобы противиться Богу и осуждать Его работу. Верно. Они обнажили их сатанинскую истину и противящуюся Богу природу. Подумайте, как фарисеи держались за Писание и ограничивали Бога Писанием. Они никогда не искали истины или Божьих следов. Даже когда Господь Иисус, проповедуя и совершая свой труд, выразил много истин и совершил много знамений и чудес – Показав Божью власть и силу. Чем были заняты фарисеи? Они не заботились о том, насколько глубока была проповедь Господа Иисуса или как велика была его власть. Ведь это не отвечало словам Библии. Они осуждали Господа Иисуса, противились ему. И поскольку Господь Иисус выражал Слово Божье, они осуждали и поносили слова Господа Иисуса как богохульные. И затем пригвоздили милосердного Господа Иисуса ко кресту. Да. да. Полностью раскрыв свою сатанинскую природу, которая ненавидит истину и противится Богу. Да. Сегодняшние церковные пасторы и старейшины точно как древние фарисеи. Они возвеличивают Библию, свидетельствуют о ней, но не возвеличивают и не свидетельствуют о Боге, равно как о словах Господа и тех истинах, что он объявил. Они соревнуются в знании Библии и богословия, распространяют противоречивые пустые духовные теории, чтобы обманывать, контролировать и связывать людей. И говорят, все Божьи слова и работа записаны в Библии. Вне Библии нет ни слов, ни работы Божьей. Вера в Бога – это вера в Библию. Отход от Библии ⁇ это ересь. И держитесь за Библию, чтобы попасть в Царство Божье. Они принуждают всех искать вечную жизнь в Библии. Учат следовать Библии, чтобы войти в Царство Небесное. В мгновение ока место Бога в людских сердцах заняла Библия. Все слепо верят в Библию, поклоняются ей, относятся к Библии словно к Господу. Постепенно Библия околдовала всех верующих, и места для Господа в их сердцах уже не осталось. Все верно. Точно. Правильно. Правильно. Да, Я согласна. согласна тоже. К чему это ведет? Вера сведена на нет, как и желание лучше узнать Господа. Вот что бывает, когда пасторы и старейшины религиозного мира толкуют Библию. Разве не так? Да, да. 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 все верно. Очень проницательная беседа. Я не думал, что Святая Библия станет для нас заклятием. Правильно. Не стоит нам больше так слепо в нее верить. Это даже опасно. Вы согласны со мной? А мы-то думали… Я слепо верить в Библию. Как стыдно мне за себя. Как неловко стало после этой беседы. Я давно пришла к Богу. Но не пыталась переживать его слова. Не искала истины или Господней воли в его словах. Я стремилась глубже изучить доктрины и Библию. Думая, чем лучше я узнаю Библию, тем больше милости найду. И что понять всю глубину библейской мудрости, значит узнать Бога. А в итоге я не получила ни истин, ни Божьей мудрости. И не приблизилась к познанию Бога. Для Господа не осталось места в моем сердце. Да, верно. верно. Как я могла считать, Библию выше Бога. Неразумно полагая, что вера в Библию ⁇ это вера в Господа. А превознося Библию, я превозношу Господа и свидетельствую о нем. Так и есть. Да. Все верно. Я давно отошла от пути Господня и даже не догадывалась. Я запуталась в вопросах... Веры в Господа. Да, мы все были такими. Слова всемогущего Бога возвращают мне веру в Господа. Да, да верно. они уберегут меня от ошибки. Аминь. Благодарение Аминь. Господа. Отныне Библия больше не будет меня ограничивать и связывать. Все Я хорошо. буду читать слова Господь. всемогущего Бога. Аминь. Аминь. Благодарение всемогущему Богу. Благодарение всемогущему, Благодарение Богу. всемогущему, Богу. всемогущему Богу. Благодарение Все Богу. Все будем чтить всемогущего, всемогущего Бога. Да, Бога. Да, да, да. Я их два раза послушал. Вот уж не думал. Что проповедь восточной молнии такая глубокая и вся основана на Библии. Они кого угодно убедят. Мы не нашли никаких ошибок. Не смогли опровергнуть. Абсолютно. Но если все наши братья и сестры поверят во Всемогущего Бога, не придет ли конец нашей церкви? Придет. Брат Зе, твоя задача придумать, как их остановить. Я не хочу потерять церковь. Но что я могу? Они решили, что все слова всемогущего Бога – истина. Как я могу их остановить? Уж если фальшивки Компартии не сработали, то уж я и подавно. Это так. Дзя? Но есть одна мысль. Сестра Фу едет с ними на беседу в Джоу Цунь. Проходите скорее. Дяхун, Вэй сговорился со служителями, собрал всех братьев и сестер и пытался заставить их не принимать Восточную Молнию. Вы непременно должны это видеть. Идем. Сообщите брату Ли и всем остальным. Да, поспешим. Пойдемте. Скорее. Поэтому нам надо держаться за Библию и прекратить все контакты с Восточной да. Молнией. Да. Брат Доу и брат Чжу, мы прочли слова всемогущего Бога, поняли необходимые верующим истины, и осознали истинное значение веры. Аминь. Мы почувствовали, что вера в Бога укрепилась. Да. К нам вернулись первоначальные и вера, и любовь. Правильно, да. конечно. Это заставило меня почувствовать сердцу, что слово всемогущего Бога истина. Аминь. Оно не только питает нас, но и решает вопросы веры. Да. Да. Разве это не слова Святого Духа к церквам? Аминь. Почему нам нельзя их принять? Почему? 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 нам. ответ на этот вопрос? Да. Мы слушали, как пасторы и старейшины толкуют Библию, но не могли насладиться работой Святого Духа, и наши жизни не получали духовного питания. Это верно. Наши души давно уже чахнут во тьме. Послушаем это ее, она все верно говорит. Верно. Да. Благодарение Господу, слова всемогущего Бога, дали нам питание и орошение. Да. У нас есть вера и любовь. Ну да. Конечно. Жалко, я раньше не прочла эти слова. Да. Мы да, и так слишком поздно их узнали. Почему? Вы запрещаете нам Пастора... читать всемогущего Бога. Сестра. О, сестра Фу! Сестра Фу пришла. Сестра. 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 Что она здесь делает? Смотри. Да, откуда она здесь? Прошу. А, сестра Джан. Брат Ли и брат Чен, пожалуйста, садитесь сюда. Присаживайтесь. Сестра Джам, садитесь. Спасибо. Брат Ли. Вот здесь. Брат Чен, садитесь, пожалуйста. Пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Да. Братья и сестры, садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, вы сказали, что пасторы и старейшины проповедуют только библейские учения, которые не насыщают, но ведь то же самое проповедуют во всем религиозном мире. Верно. 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 Вот Верно да. Да. Пасторы и старейшины толковали нам Библию все эти годы. И они усердно трудились, хоть и не всегда успешно. Это Аминь. точно. Аминь. Что за оправдание? Нам пристало страдать за Господа. Причем здесь усердный Правильно. труд. Все пасторы – Божьи помазанники. Аминь. Аминь. Повинуясь пасторам, мы повинуемся Господу. Аминь. А если противимся, то противимся Господу. Да, Братья и сестры, Конечно. если пасторы да, запрещают нам их слушать, мы все повинуемся, да. как и положено. Это неправильно. Это неправильно. Нам следует исполнять нет, то, что нет. велят пасторы, и не принимать того, чего нет в Библии. Да, мы не можем такое принять. такое принять. Мы не ошибемся, да. Это, да. Да. если будем придерживаться Братья Библии. Братья и сестры, в этом и будет ошибка. В чем мы ошибаемся? Это идет в разрез с Библией. Что говорил апостол Петр? Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Аминь. «Пастыры и старейшины всего лишь люди. Почему верующие должны слушать людей, а не Бога? Верно, Разве верно. Разве верно. могут они представлять слова Господа Иисуса? Вообще нет, не могут. Нет, Не, нет, не могут. Конечно. Да. Всемогущий Бог это второе пришествие Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Слова всемогущего Бога истина. Они нас питают. Аминь. 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 Почему нам нельзя их слушать? Или вы хотите стать как фарисеи? Нет, никак не хочу. Верно. Что мы приобрели за долгие годы? Слушая пасторов, нам трудно различить голос Божий. Так дайте нам принять его. Да, так дайте. есть. Только лицемерные фарисеи и антихристы станут мешать людям искать правду и истинный путь. Так да, и да, есть. Да. Сестра да, Джен да, права. Сатурки. Сестра Джен, вы и не беседа можете… Беседа об истине так ясна. Вы не слушали. А теперь сбиваете нас с верного пути. Да, да. правильно. Разве это не исполнять в точности слова Библии? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, аминь. что затворяете Царство Небесное человеком. Аминь. аминь. Ибо сами не входите и хотящих войти. Не допускаете. Верно. Да-да, очень Да. Не допускаем. Аминь. Аминь. Верно. Братья и сестры, мы все должны верить в то, что пасторы. И старейшины назначены Господом. Аминь. 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 И все они – служители Бога. Слушаться пасторов и старейшин – это повиноваться Господу. Аминь. Аминь. А противиться пасторам и старейшинам – значит противиться Господу. Аминь. 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 Да. Но никто Кто тут противится Господу? Не не Вы Вы учат. 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 На среди... Давайте хорошенько все обдумаем. А? Кто проповедует нам в нашей церкви? Конечно, пасторы, и пасторы и старейшины. Да, наши пасторы и старейшины. Это верно. Только они понимают Библию и могут толковать. Только они могут пасти овец Божьих. Аминь. Аминь. А а а а Поэтому, если проповеди пасторов и старейшин согласуются с Библией, мы слушаемся и повинуемся. Аминь. А то, что делают пасторы и старейшины, угодно Библии. И нам следует это принять. А -а -а. Аминь. 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 Повиноваться и во всем слушаться пасторов и старейшин. Что тут неправильно? Все, Все правильно. правильно. Все правильно. В, Раз уж мы верим в Бога, то должны слушать Ничего Бога, а не подобного. людей. Но никакая это не ловушка. Пасторы и старейшины руководят нами уже взял, столько лет. Нет, нет, ты не прав. прав. Надо разобраться. Пожалуйста, успокойтесь. Успокойтесь. Братья и сестры, являются ли пасторы и старейшины избранниками и помазанниками Господа? Давайте послушаем братьев и сестер из Церкви Всемогущего Бога. Да. Пусть скажут братья и сестры. Пусть они скажут. Их беседа глубока. Лучше бы их не слушать. Послушаем, что они могут сказать. все услышим. Брат Ли, поделитесь знаниями. Да, побеседуйте да, с чего? нами. Да. Расскажите нам. Благодарение Богу. Братья и сестры, я расскажу, что знаю об этом вопросе. Хорошо. Хорошо. Конечно. Да. Многие думают, что все церковные пасторы и старейшины избраны и назначены Господом, поэтому им надо повиноваться. А есть ли на это указание в Библии? В Слове Господнем. Есть на это свидетельство и подтверждение Святого Духа? Нет такого. Если ответ отрицательный, то разве мнение большинства о том, что все пасторы назначены Господом, не проистекает из людских представлений и фантазий? Да, да, да. Давайте поразмыслим. В период Закона Моисей был назначен Богом, а остальные иудейские лидеры в период Закона тоже были избраны и назначены Богом не были. Нет. 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 В период благодати все двенадцать апостолов Господа Иисуса были им избраны. Разве это значит, что все пасторы в период благодати были лично избраны и назначены Господом? Не значит. Я так не думаю. Многие следуют установленным правилам и не обращают внимания на факты. В итоге они вслепую поклоняются людям. В чем здесь проблема? Почему люди не отличают одно от другого? Почему в этих вопросах они не ищут истину? Да, мы никогда не думали об этом. Мне захотелось исследовать истину. И мне. Брат Ли, побеседуйте с нами еще. Да, пожалуйста, продолжайте. Из того, что записано в Библии, можно увидеть, что в каждый период своей работы Бог избирает и помазывает себе помощников. Те, кого Бог лично помазал, имеют подтверждение от Его Слова. Скажем, в период Закона Бог помазал Моисея руководить израильским народом и доказал это Словом. Да. Давайте откроем исход. Глава 3, стихи 9 и 10. Кто хочет прочесть? Давайте я. Бог Иегова сказал, «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». Аминь. А а Очень Благодарю. точно написано, особенно это глава. В период да. благодати Господь Иисус помазал апостолов пасти церкви и доказал словом. Вот что сказал Господь Иисус, когда помазал Петра. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Паси овец моих, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах. Аминь. 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 Да, верно. Из этого мы можем видеть, что в каждом, кого Бог помазал, есть Божье свидетельство или подтверждение работы Святого Духа. Поверьте, не так. Это так. Вся их работа поддерживалась Богом. Повиноваться их работе все равно, что Богу. Кто противится помазаннику Божьему, тот противится Богу и будет проклят и наказан Господом. Да, верно. Точно так же в период закона Корей, Дафан и их люди противились Моисею. И были напрямую наказаны Господом. Бог разверз землю, и она их поглотила. Да. 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 Все знают, что это так. Знают, конечно, знают. Да. В период благодати апостолы, помазанники Божьи, имели подтверждение. А сегодняшние пасторы и старейшины помазаны Господом. Есть этому доказательства. Нет. Большинство из них училось в богословских школах. Они получили дипломы богословов. Поэтому и стали пасторами, а не потому, что Дух Святой свидетельствовал о них и использовал их. Разве это не так? Ну, все правильно. Все правильно. Конечно. Кто-то из нас видел, как Дух Святой свидетельствовал о каком-либо пастыре. Нет, никто. 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 Нет. Такого не бывает. Правда. Если бы Господь их помазал, тому было бы свидетельство Святого Духа и много свидетелей. Ну да. Поэтому никто из церковных пасторов и старейшин не помазан Господом. Это несомненно. Наверное, вы правы. Да. да. Наверное, вы да. правы. Есть пасторы, которые не верят в зачатие Господа Иисуса от Святого Духа. Да. Они уверяют… Зачатие от Святого Духа безосновательно и ненаучно? И как они могут признавать Иисуса Христа явлением Бога? Конечно. Это как точно. же так-то? Живи такие пасторы, в то время, когда трудился Господь Иисус, они уж точно не приняли бы Его. А примут ли они работу воплощенного Бога в последние дни? Подобно иудейским первосвященникам, книжникам и фарисеям, все они яростно осудят Господа Иисуса и будут противиться. Mm -hmm. <таспориси> Точно так бы и было. Точно, да. Mm -hmm. Подлинно ли повинуются Господу такие пасторы и старейшины? <таспориси> Нет, все они противятся Богу. Они даже не верят в воплощенного Бога, не признают истин, изреченных воплощенным Богом. Уж не антихристы ли эти люди? Да, антихристы. Итак, утверждение, что всех церковных пасторов и старейшин помазал Господь, кажется нам разумным? Нет, нет, нет это совершенно нет. Не разумное. А упорство, что всех пасторов и старейшин помазал и использует Господь, разве это не клевета и не хула на Бога? Да. 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 Стал бы Бог использовать этих неверующих, чтобы руководить избранным народом Божьим? Конечно, нет. Так значит, это поверье ошибочно и неразумно? Да. Оно передергивает факты, выдает черное за белое. Да, именно. Да, так оно и есть. Мы все верим в Господа, но многого не понимаем и не стремимся разобраться. Братья и сестры, теперь многое для нас прояснилось. Всех помазанников Божьих Господь лично упомянул. У них у всех есть подтверждение работы Святого Духа, и они помогают избранникам Божьим обрести истинное пасторство. Верно. Ага, это правда. Так как Бог праведен Аминь. и свят. Аминь. 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 Все, кого Он помазал и использует, исполняют Его волю. И точно не окажутся лицемерными фарисеями. Да. И антихристами, которые ненавидят истину и противятся да, Богу. Да, да. Верно, правильно. верно. Бог не верно. стал бы использовать антихристов. Аминь, верно. А что сегодняшние пасторы и церковные лидеры? Они все закончили богословские школы, но Бог не помазал лично и не использует их? Они всего лишь изучают богословие и Библию. Вся их работа и проповеди – это сплошные лекции о знании Библии, богословии, о библейских персонажах и притчах, историческом контексте и так далее. Это на самом деле так. Они учат людей, как совершать религиозные ритуалы и обряды, но не проповедуют истину в Божьих словах, не побуждают воплощать в жизнь Божьи слова или соблюдать Божьи заповеди. Они не советуют, как обрести самопознание, реальный опыт да. и истинное познание Бога. Ну, да. Да, по да, по да, по да. С ней ли Святой Дух до подобных проповедей? Нет, они не стоят работы нет, Святого нет. Духа. Не нет. Исполняет ли снизу. волю Божью такое служение? Конечно, не нет. нет не думал, не исполняет. Побуждает ли нас искать истину? Направляет ли на путь веры в Бога? Нет, 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 нет Почему мы раньше этого не понимаем? Разве Господу не противно такое толкование Библии? Да. Конечно, противно. да. противление, Да есть Всемогущий Бог несет истину и вершит работу суда последних дней. Религиозные лидеры знают, что все слова всемогущего Бога истина, способная чистить и спасти людей, однако не принимают ее. Еще страшнее, что они запрещают верующим читать слова всемогущего Бога. Это, -то Это -то верно. верно. Ради своего статуса и доходов они клевещут на всемогущего Бога, осуждают его. Потакают сатанинской компартии Китая, подвергая благовестников гонениям. Это злодеяние. Да, мы не Разве так должны поступать верующие в Бога? Чем эти пасторы и старейшины отличаются от фарисеев, которые в давнее время противились Богу? Мы Разве они не камни преткновения для нас, принимающих истинный путь? Да. Разве мог Бог использовать людей, ненавидящих истину и противящихся Господу? Никак не мог. Разве Бог назначил бы людей, препятствующих истине и Божьей воле, руководить избранным народом Божьим. Нет, не, не за что. что, нет, не, не, хочет, что, что нет. не согласна не с этим. за что. Верно. Разумеется, нет. Такова истина. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ваша беседа для нас источник просвещения. Благодарение. Благодарение, Богу. Благодарение Богу. Значит, все люди, которых Бог помазал, имеют личное свидетельство от Бога и подтверждение в Божьем слове. Ну или в крайнем случае подтверждение работы Святого Духа. Аминь. Да. да. Аминь. У пасторов и старейшин нет ни единого свидетельства избранности. Ни от Бога, ни от Святого Духа. Правильно. Да. Правильно. Верно было да. И какие же они помазанники Божьи. Мы давно веруем, но не можем разобраться в этом вопросе. Мы воистину были жалкими да. и слепыми. Да. Если бы не эта беседа, такими Верно. бы и остались. Благодарение Богу. Эта беседа просветила нас. Аминь. Аминь. Благодарение, Благодарение Богу. Богу. Я не согласен. Все было не так. Павел ясно в Библии сказал. Итак, внимайтесь себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь аминь, Господа аминь, и Бога. Аминь. Это доказывает, что все пасторы и старейшины помазаны и Духом Святым. Верно. Разве помазание Святого Духа это не то же, что и помазание от Бога? Бог помазал пасторов и старейшин быть блюстителями всего своего стада. Да, Разве да, нет? Да, Что да, скажете? Есть, да, да, так и есть. Да, я, так да, я да. тоже так думала. Да, да. Брадо, после бесед я задумалась, как слепо мы раньше толковали Библию, вырывали стихи из контекста, и злоупотребляли библейскими да. притчами. Да. Наши утверждения основаны на наших фантазиях и на разных абсурдных точках зрения. Это противоречит словам Господа. Мы не понимаем простых истин. Мы слишком глупы. Да, да. да. так и да. есть. Да. Отныне мы должны правильно трактовать каждое слово из Библии. Ведь все они сказаны в определенном контексте. Это, все Это верно. Нельзя просто взять любой стих и применять его машинально, как нам заблагорассудится. Это правда, Если мы применим стих и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, ко всем без исключения церковным пасторам и старейшинам, разве это не будет нелепостью? Да. это нелепо. Вот что надо понять. Кто сказал слова и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, к кому они были обращены? Если мы даже тут не можем разобраться и применяем стихи, как нам заблагорассудится, не вырываем ли мы их из контекста? Да. Вырываем из вырываем контексте. Разве контексте. это Библию не искажает? Да, еще как искажает. Безусловно. Нет, не Правильно. Правильно. Это искажение Библии. Слово Павла может представлять Господа Иисуса? Нет, не, не может. Может. Нет. может ли Павел олицетворять Бога? Не может быть. 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 Только Божьи слова есть истина. И только Божьи слова доказательства. Аминь. А Павел всего лишь человек. Он не Христос. Аминь. Его слова не являются истиной. Даже если они пришли к Нему через Святого Духа, все равно они не истина, а лишь ее отражение. Да. Аминь. 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 Мы не можем воспринимать слова Павла как истину. Или как основание. Совершенно да. верно. Аминь. Это Совершенно. правда, да. Совершенно верно. Сестра Фу права. Слова Павла не равны намерениям Господа Иисуса. Правильно. Брат Доу, как вы могли ссылаться на слова Павла, доказывая, что все пасторы помазаны Святым Духом? Вы уверяете, что они помазанники. Но скажите, подтверждается это работой Святого Духа? Они могут свидетельствовать, что исполняют слова Господа? Нет. Нет, не, не могут. Они указывают путь, как проникнуться словами Божьими. Верно, этого они не указывают? Разве они дают они... нам все, что нужно для жизни? Нет, нет, не не дают. нет. Что полезного мы вынесли за эти годы из их проповедей? Какую обрели мудрость? Братья и сестры из церкви всемогущего Бога так ясно нам все разъяснили. Нельзя больше полагаться на Павла и всех записывать в божьи помазанники. Верно. Верно. Все верно. Вы правда этого не понимаете или притворяетесь? Ну они что? Они что совсем не правы. Ага. Вот я вас не понимаю. Непонятно. мы не можем с ними согласиться. Да. да уж, им все четко объяснили, как тут не понять? Такими вот методами они обманывают. Да, мы не можем нас. больше слушать пасторов и старейшин. Братья и сестры. Давайте еще поразмыслим над этим вопросом. С удовольствием. Хорошо. Хорошо. Разные пройдухи из религиозных кругов искажают слова Библии, чтобы подогнать под свои правила. Утверждают, что все лицемерные фарисеи и пасторы – помазанники Божьи, которых использует Бог. Разве это не противление Господу и богохульство? Да. 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 О последствиях страшно подумать. И верующим не просто их различить. Они верят в Господа, но почитают не Его, а дары, положение и власть слепо поклоняются пасторам. Они не способны распознать работу Святого Духа и реальность истины. Они верят, у кого есть диплом пастора, кто сведущ в Библии и одарен, тот и есть избранник Божий. Тому надо повиноваться. Ой, нет, это да, правильно. Разве Но не в это мы верили? Да. В это? Нет, нет, не согласен. А некоторые абсурдно полагают, повиноваться пасторам значит повиноваться Богу. А противиться пасторам и старейшинам – это противиться Богу. Если мы с этим согласны, значит иудейские первосвященники, книжники и фарисеи, что изучили Библию и объясняли ее другим, но противились Господу Иисусу, когда Он явился и совершал свой труд, и которые за это его даже распяли, да, Были помазанниками Божьими, которых использовал Бог. Конечно, Конечно. нет. Нет, нет. И тот, кто следовал за ними, противился и осуждал Господа Иисуса, тоже в своем роде Господу повиновался. Да. Ничего подобного. Нет, угу. нет, нет. А тот, кто отверг иудейских лидеров и пошел за Господом Иисусом, выходит, на самом деле противился Богу. Да, ничего, да подобного. Нет, ничего подобного. Наоборот. Слушаться пасторов значит слушаться Господа, а противиться им противиться Господу. Это абсурдное и ошибочное утверждение. Это верно. Совершенно абсурдное, Вера. Верующие должны понимать, что если... Церковные пасторы и старейшины противятся Богу, если дорога, которую они ведут, уводит нас от Господа, то все мы должны занять сторону Господа, разоблачить их и отвергнуть. Аминь. Вот истинное повиновение Богу. Аминь. Мы согласны. исполним Божью Аминь. волю и ради света оставим Аминь. тебя. Аминь. Аминь. Как да. да, конечно. Абсолютно. Мы согласны. Общаясь с пасторами и старейшинами, мы должны... Понимать Божьи намерения и стремиться к истине. Аминь. Если пасторы и старейшины любят истину и стремятся к ней, значит, они отмечены работой Святого да, Духа. Да, и они да. научат нас жить по Богу, бояться Бога и сторониться зла. Аминь. Почитание подобных людей согласуется с Божьими намерениями. Да. Аминь. Благодарение Аминь, да. Богу. Да. Благодарение если же они не любят истину и только хвастаются знанием Библии, чтобы собой любоваться и вызывать всеобщее восхищение, не превозносят Господа и не учат нас проживать Божьи слова, то они будут осуждены и прокляты Богом. И мы тоже согрешим против Бога, если станем почитать их и пойдем вслед за ними. Да. Это верно. будет противно воле Божьей. Да, Ответьте, да, это неправда? Да, да. Надо да. отвергнуть противящихся Богу пасторов. Мы не должны идти вместе с ними. Таковы все пасторы и старейшины, ненавистники истины, враги Бога, как те фарисеи. Да, Мы презираем и оставляем их. Это уж точно. Так и есть. Повиноваться таким пасторам, встать на сторону сатаны против Бога. Аминь. Надо в этом хорошенько разобраться. Я согласна. Мы останемся на стороне Бога. Не надо больше слушать их. Братья и сестры, большинство в религиозных кругах не видят сути противостояния пасторов с Богом. Да. Они думают, раз пасторы понимают Библию и могут объяснять ее, раз их слова согласуются с Библией и основываются на ней, то люди должны им повиноваться. И такое мнение может показаться весьма логичным. Но разве правильно? Пасторы и старейшины понимают Библию. Разве они знают Божью работу? Разве знание Библии может заменить знание Бога? Нет. Объясняя Библию, пасторы учат людей, как надо понимать истину и повиноваться Богу. Я опасаюсь. Что в религиозных кругах не разбираются в этих вопросах. Это как. Давайте вспомним, что иудейские фарисеи всем казались мудрецами, знатоками Библии. Но когда Господь Иисус совершал свою работу, они его не признали, а опирались на слова из Библии, чтобы поймать Господа Иисуса в ловушку. Да, они противились и осуждали Его. Истинно так. И поскольку. Господь Иисус произносил Божьи слова? Они осуждали и хулили Его, обвиняя в богохульстве. В итоге, они жестоко пригвоздили Господа Иисуса к кресту. В чем же их проблема? Они были слишком самоуверенными и Бога не знали. Так и было. Так и было. Этих фактов хватит, чтобы доказать, что знание Библии и умение ее толковать мало для понимания истины и Господа да, истина, так. и, конечно, да. для осознания работы Божьей. Истина, Именно да. так. Да. Те, кто воистину испытывают Божью работу, уделяют внимание познанию Божьих слов. В Божьих словах они видят чудесные дела Господни, понимают думы Бога о спасении человечества и видят, что все слова, сказанные Богом в ходе Его работы. Это истина, в которую людям надлежит войти. Да. Они ясно представляют, зачем Бог объявляет эти истины. Каковы Его намерения? И чего Он старается достичь посредством своей работы над людьми? Да. Абсолютно верно. Да. До конца понимают Божью работу только такие люди. Понимают Библию и истину только такие люди. Аминь. Аминь. Благодаря Сегодняшнему а наконец-то поняли. Тем, кто действительно понимает Библию, хочется все время рассуждать о Божьих словах, рассказывать о Божьих намерениях, Божьих требованиях к человеку и о его характере. Они ведут нас в реальность истины и пробудят в нас благоговение перед Господом. Аминь. Аминь. А что проповедуют пасторы и старейшины религиозного мира? Библейские знания и богословскую теорию. А к чему приводят подобные беседы? К чему вы не знаете? А к тому, что люди в итоге становятся самонадеянными. Получив лишь крохи библейских знаний, они уже никого не признают. И когда Бог становится плотью, чтобы возвестить истины, они отрицают Бога, противятся Богу и противостоят Ему. Так оно и есть. Зачастую люди, несущие нам знания Библии и богословия, на деле противятся Богу. Противятся. Они ничуть не лучше фарисеев. Да, да конечно. Ничем не лучше. Да. Почему эти пасторы и старейшины не делятся с верующими своим опытом жизни по Божьему Слову? Почему не способны рассказать о своем понимании Божьей работы и его характера? Все потому, что нет у них подлинного опыта Божьей работы и истины. Они изучают Библию лишь за тем, чтобы набраться побольше знаний. Поэтому уже не уповают на работу Святого Духа. Да, правильно. Быть иначе. Так как же может их служение получить одобрение Господне? Верно. Да, да. Бог их не да, одобрит. Да, да бог стал сыном человеческим и возвестил истину свершив работу суда последних дней открыв людям их суть кто-то любит истину кто-то ее ненавидит есть люди добрые есть злые кто-то служит богу а кто-то мамоне все будут выявлены да. что же касается пасторов и старейшин они вырывают стихи и слова из контекста полагаются на свои фантазии искажая библию убеждают, что нет слов и труда Божья вне Библии и распространяют разные заблуждения, противясь Божьей работе в последние дни. Да, 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 да. Именно так. Скажите мне, разве это не обман и не обольщение верующих? Да, они сбивают людей с толку. Именно. Да. Пасторы из да. Да, нас обманывают. Сколько верующих пострадало и погибло из-за того, что они сеют заблуждения? Сколько людей потеряло возможность приблизиться к престолу Божию и попасть на вечерю с Богом, а вместе с тем шанс войти в группу победителей. Разве эти пасторы и старейшины не камни преткновения и не препятствия на пути людей, которые идут истинным путем? мы больше не поддадимся Мы столько лет не отличали ложь от правды. Мы должны следовать за словом. Прочтем слова Всемогущего Бога. Они позволят нам по-иному взглянуть на пасторов. Хорошо, хорошо. Благодарение. Благодарение, Благодарение. Благодарение. Благодарение Богу. Всемогущий Бог говорит. Взгляните на лидеров любой деноминации. Все они высокомерны и самодовольны. Они толкуют Библию в отрыве от контекста и в соответствии со своим собственным воображением. Чтобы выполнять свою работу, все они полагаются на свою одаренность и образованность. Если бы они были не в состоянии проповедовать что-либо, разве последовали бы за ними те или иные люди? Как-никак, они обладают некоторой ученостью и могут немного поговорить о доктрине. Или же они знают, как убедить в своей правоте других. И как использовать некоторые ухищрения, с помощью которых они сделали людей подотчетными себе и обманули. Формально такие люди верят в Бога, но в действительности они следуют за своими лидерами. Если они сталкиваются с теми, кто проповедует истинный путь, некоторые из них сказали бы так, мы должны посоветоваться с ним по поводу нашей веры в Бога. Только посмотрите, им требуется чье-либо согласие, чтобы верить в Бога. Разве это не проблема? Кем в таком случае стали эти лидеры? Разве не стали они фарисеями, Фальшивыми пастырями, антихристами и камнем преткновения в принятии людьми истинного пути. Аминь. Да, да, Стали. Да. 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 Те, кто читает Библию в величественных церквях, ежедневно декламируют Писание, однако ни один из них не понимает цели Божьего труда, ни один не способен познать Бога. Более того, ни один не находится в согласии с Божьим сердцем. Они все бесполезные, отвратительные люди, каждый из которых пытается свысока учить Бога. Несмотря на то, что они размахивают именем Бога, они сознательно противостоят Ему. Несмотря на то, что они наклеивают на себя ярлык верующих в Бога, они являются теми, кто ест человеческую плоть и пьет кровь человека. Все подобные люди – это дьяволы, которые пожирают человеческую душу. Это демоны, которые целенаправленно мешают тем, кто пытается встать на правильный путь. Это камни преткновения, затрудняющие путь тех, кто стремится к Богу. Несмотря на то, что такие люди состоят из крепкой плоти, как же их последователи могут узнать, что те являются антихристами, которые заводят человека в противостояние с Богом. Аминь. Как ему знать, что это дьяволы во плоти, которые нарочно охотятся за душами, чтобы их поглотить. Аминь. 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 Братья и сестры, когда пасторы и старейшины толковали для нас Библию, мы слепо поклонялись им и следовали за ними. Сейчас мы понимаем, что были слишком глупы и невежественны, и не умели различить понятия. И Значит, не так неразумно. знание Писания и богословской теории может навредить? Аминь. Если бы мы не прочли слова всемогущего Бога, мы бы так и не прозрели. Да. Правильно. Правильно. Именно. Я думала раньше, что попаду в Царство Небесное, раз уж иду за пасторами. Но дорога, которой они ведут, это не стезя правды. Аминь. Они современные фарисеи. Это как пить дать. Довольно уже нас обманывать. Верно. Да, а это, да. Хватит. Хватит лжи. Да, да. А пасторы и старейшины знают больше нашего. Они умнее нас. Но они лицемеры, Сказали. не знающие Бога. Господь их проклянет. Верно. Да, проклянет. они будут прокляты Богом. Да, идти за пасторами и старейшинами очень опасно. Верно, да. Они… Не укажут нам путь в Царство Небесное. Да, да, да. да. Мы да. должны их отвергнуть. Мы должны Это будет правильно. Да. И а больше не, не попадем правильным. в шапцы. Нам с ними не по пути. Нет, нет. Мы Пусть должны отвергнуть Бога. этих пасторов и старейшин, чтобы нет, они больше не обманывали нас. Все верно. Своим путем. Я согласен с вами. Наш путь истинный, а их ложный. Верно. А когда ты читал? Братья и сестры, всемогущий Бог очень четко разоблачил истинную суть пасторов, которые служат Богу, но обманывают людей. Все верно. Да. Пасторы и старейшины вырывают стихи из контекста и искажают Библию. Они полагаются на свои фантазии, когда разъясняют богословскую теорию, чтобы похвастаться, возвыситься вызвать восхищение и привлечь людей. Но они никогда не возвеличивают Господа, а лишь пытаются всех взять под свой контроль. Да. да. Верно. Точно. Но почему же многие верующие почитают пасторов и старейшин и всех, кто Библию толкует, но лишь немногие возвеличивают Господа? В чем же загвоздка? Во время суда всемогущего Бога в последние дни, многие и не думают исследовать истину. Они не молятся Богу, но идут за пасторами и выполняют их приказы. Ах, надо да, надо поразмыслить немного. Они как стадо. Эти люди веруют в Господа или в пасторов? Да, Мы в Господа. В господа. В господа. Да, Мы в них да, верили. Же еще, как же, значит, это... Нам всем надо хорошо об этом подумать. Да, да верно. Это, верно. Это, верно. Господь Иисус разоблачил сопротивление фарисеев Богу в свою эпоху. Почему же мы не видим сути набожных пасторов и старейшин в последние дни? Правильно. И до сих пор многие почитают их и идут за ними. Они выбрали дорогу противления Господу. Бог за это презирает и ненавидит их так же, как фарисеев. В чем же дело? Разве это не стало результатом обмана верующих? Да. Да, да, это так, так и есть. Многие из тех, кто любит истину и ждет Божьего прихода, разобрались в антихристовой природе пасторов и старейшин. Да, да. Они отказались от заблуждений, да. приняли работу всемогущего Бога в последние дни и попали к вечере Агнца. Аминь. Благодарение Господа. А тех, кто следует до сих пор за пасторами и старейшинами, ожидает бедствие, плач и зубовный скрежет. Да, да. Братья и сестры, у нас немного времени осталось. Скоро грянет великое бедствие. Да, да. Если не вникнем в работу всемогущего Бога в последние дни и не примем ее, все, что нас ждет, это бедствие, плач и зубовный скрежет. Да, 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 да. все правильно. М да. Так и есть. Мы и так уже настрадали да, сколько можно. Согласен. Братья и сестры, да. бедствия только усиливаются по всему миру. Нам уже явились знамения. Взошли четыре кровавые луны. Да. Кажется, уже совсем скоро грянут разрушительные бедствия. Да, да, да. да. Работа суда всемогущего Бога, которая началась с Дома Божия, почти завершена. Да. Мы услышали Божий голос, узрели суд и очищение всемогущего Бога в последние дни и расчистили себе путь в Царство Небесное. Аминь. 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 Благодарение Богу. Благодарение Богу. Богу. Аминь. Возможность Аминь. участвовать Аминь. в брачной вечере Агнца – это наше самое великое благословение. Аминь. 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 Благодарение, Благодарение Богу. Богу. От обманной контроля со стороны пасторов и старейшин нас избавил сам всемогущий Бог, побудил нас покинуть тьму ради света и вознес к Божьему престолу. Аминь. Аминь. Всемогущему Богу благодарна. Аминь. Аминь. Благодарение. Благодарение. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение. За эти дни мы прочли много слов Всемогущего Бога и обсудили многие насущные религиозные проблемы. Да. Мы, наконец, разобрались, что наша вера в Господа впала в ересь. Мы поклонялись и повиновались пасторам и старейшинам. Да. И слепо мы доверяли словам религиозных лидеров. Поэтому мы относились ко многим словам Библии, как к буквам и доктринам придерживались их словно правил. Это, верно. Да, это, верно. это верно. верно. Благодарение Богу. Не понимая Божьих слов, не зная, как проживать слова Божьи. Это, это так. так. Мы не умели искать истину в молитве. Да и истинного общения с Богом не знали. Не знали. Теперь мы все поняли. Разве так верят в Бога? Это только называлось верой, но по сути своей это было слепое поклонение пасторам и следование за ними. Да, это, да. Правда. это правда. Это правда. Поступая так, мы незаметно встали на путь противления Господу. И превратились в лицемерных фарисеев. Именно так, да, так, да, да. Так, Я конечно, именно так. Слава всемогущему Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Это Он, это Господь. Это всемогущий Бог спас нас сегодня. А Аминь. Аминь. Слова всемогущего Бога всем нам показали суть истинной веры. Да. 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 Слова всемогущего Бога помогли нам осознать многие истины. Аминь. Аминь. Мы избавились от слепой веры в Библию и больше не поклоняемся пасторам и старейшинам. Благодарение, Благодарение Богу. Богу! Мы вырвались из-под контроля старейшин и оков строгого следования букве Библии. Аминь! Мы разорвали заклятие, которым была связана наша вера многие годы. Аминь! А а а да, мы Господь, освободимся. Мы не будем страдать Спасибо, от их оков Господь. и контроля. Мы можем прийти к Божьему престолу и наслаждаться пищей Божьих слов и посетить брачную вечерю Агнца, Аминь. получая от самого Господа пищу, орошение и пасторство. Аминь. Это великое, радостное благословение. Да, великое благословение. Огромная удача. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Огромная удача, да. Я и в самых смелых снах не мечтала, что мы можем вознестись к Божьему престолу. И начать подготовку к царству. Амин。Аминь. Вот радость. радость. Это шанс для нас совершенствовать себя с помощью Господней. Аминь. Благодарение Богу. Бог вознес нас всех очень высоко. Благодарение Богу. Слава всемогущему Богу. Аминь. 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 Благодарение Богу. Благодарение Богу. Брат Ли, да. там впереди Ян -джуан. Хорошо. Там много братьев и сестер, верующих. Благодарение в Господа. Богу. Благодарение. Благодарение. Богу. Давайте поспешим. Да, пойдемте. Пойдем вперед. Не сходит Бог на нацию великого красного дракона. Он обращает лик ко всей вселенной, сотрясая ее. Есть ли места, что избегнут бича его, что суду не подвластны Бога? Семена бедствий он сеет повсюду, куда идет. Но через это он дарует спасение и являет свою любовь. Жаждет Бог, чтобы больше людей познали Его, благоговели пред Ним так долго не видели Бога они, но теперь Он стал столь реальным. Не сходит Бог на нацию великого красного дракона. Он обращает лик ко всей вселенной. Затрясая ее, есть ли места, что избегнут бича его, что суду не подвластны Бога, семена бедствий он сеет повсюду куда идет, Но через это он дарует спасение и являет свою любовь. Жаждет Бог, чтобы больше людей познали.